Прежде всего я предлагаю Свои Шаштандану Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего другого духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Асмадея Парамаради, Татум Гуру Пада Падма, Нитилила Правишта, Ом Вишна Пада, Штава Трашат, Шишима Трупа Нагачари Вари, Шила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шила Прабхупады и всей нашей Рупа Нуга Гауди и Гуру Парампара. И, наконец, я предлагаю свои поклоны лотосным стопам Пуджипад, Шипад Нейми Махараджу и также стопам всех собравшихся здесь вайшнавов и вайшнаве. Ариво! У тебя ловит здесь? Ловит тут. Mm-hmm.
So today it is impossible to contain our joy because we are honoring the divine Tirubhakti of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сегодня невозможно сдержать нашу радость, потому что мы празднуем удивительно благоприятный день Тирубхактити с вами Прабхупады. Srila Prabhupada ki jai. Without Srila Prabhupada, I think that none of us would even be sitting here now. Я думаю, что без милости Шрилы Прабхупады никто бы из нас сегодня здесь не сидел. We would not even know about the path of bhakti. We would be floating around in the material world, completely lost. Я думаю, что мы бы ничего не знали о пути бхакти и полностью потерянные в этом материальном мире плавали бы в этом океане страданий. So when a general person is born, everyone celebrates their birthday, but when they pass away, no one celebrates. Когда какой-либо человек приходит в этот мир, то все празднуют день его рождения, но когда человек уходит из этого мира, никто не радуется, никто не празднует. But for Vaishnavas, we celebrate the Abhirbhav appearance and Tirubhav disappearance. Но в отношении вайшнавов мы празднуем как их Абхирбхав, как их явление в этот мир, так и их Тирубхав, так и момент их ухода из этого мира. See, Krishna said, Janma karma chane nahi divyam evam yogicchatatatha. My birth, my activities, they are all transcendental. Бхагавад-гите же Кришна сказал, мое рождение, моя деятельность трансцендента. So in the same way, karma janma cha bandhanam vaishnavanam cha vidyate vaishnavanam na vidyate. It is said that the Vaishnava has no birth, no karma, and no bondage. Также говорится, что у Вайшнава нет ни рождения, никаких оков, никакой деятельности кармической. Just Krishna appears by his yoga maya shakti. He also causes the appearance of his pure devotees and disappearance of his pure devotees from this world. Также как сам Шри Кришна является под влиянием своей йога-майя шакти, таким же образом чистый вайшнав в этом мире является, находясь под влиянием чистой трансцендентной энергии Господа. So there is no difference in between the festivities of the appearance day and the disappearance day. Поэтому нет никакой разницы между днем явления вайшнава и днем его ухода. But still there is some вайшиштья. Однако существует определенная вайшиштья особенность. That вайшиштья is that when a Vaishnava appears in this world, no one knows their gurus. И заключается она в том, что когда Вайшнав является в этот мир, то никто не знает о его славе. Вайшнава чиния нари девера сокати, кемуна чинибо муи адамал помати. Even the Vaishnava, the great demigods, they cannot recognize a pure devotee. Говорится, что даже величайшие полубоги не способны распознать чистого преданного. When Sri Krishna appears in this world, before he appears, when he's in the womb of Devaki, all the demigods come and offer prayers. But when the Vaishnava is appearing, it's very confidential. Even the demigods don't know. Прежде чем Шри Кришна является в этот мир в лоне Деваки, приходят все полубоги и начинают воспевать его хвалу, его славу. Но на тот момент, когда Вайшнав находится в лоне своей матери, никто не воспевает его хвалу, поэтому мир не знает о его приходе. But Ishvara Janma Titi. Yehino pavitra saimata vaishnavera titira charitra. Just as the appearance day of Supreme Lord, Sri Krishna, is glorious and purifying, so in the same way, the appearance and disappearance of great Vaishnavas is equally glorious and purifying. Поэтому говорится, что подобным образом, как явление Верховного Господа Шри Кришны в этот мир является и прославленной лилой, и также очищающей лилой, подобным же образом, когда чистый вайшнав приходит на эту планету, это настолько же прославленное событие и настолько же очищающее событие для этого мира. So we never even for a moment entertain the idea that today is any less great festival than Janmashtami, Radhashtami, Gaurapurnima. Поэтому никогда и ни за что мы не согласимся с тем, что празднование этого праздника, Дня Ухода Великого Вайшнава, хотя бы на малую толику меньше, чем празднование Джанмаштами, Радаштами или Гуру Пурнимы. But when a pure Vaishnava disappears from this world, at that time, then the world can see what is the
speciality, the Avadan Vaishishta, the speciality of their contribution to Vaishnavism. Но на тот момент, когда Вайшнав покидает эту планету, то тогда весь мир, он может увидеть ту Авадан Вайшиштю, тот особенный дар, которым этот Вайшнав подарил мир. When Sri Vallabhacharya came to Jagannathpuri, когда Валабхачарья пришел в Джаганатхапури, he met with Sri Chaitanya Mahaprabhu, там он встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху, and he bowed down to him, и он склонился перед ним. And he said, Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtan. Krishna Shakti Bina Nahi Tara Pravartan. И сказал, in this age of Kali, the Yuga Dharma is Harinam Sankirtan. And unless one is empowered directly by Sri Krishna, one cannot spread the chanting of the holy name everywhere. Йога дхарма является воспевание святых имен Шри Харинам Санкиртан, но до той поры, пока человек не будет лично уполномочен Верховным Господом на распространение славы этого имени, ничего не получится. So Srila Prabhupada was so empowered. It's never been seen before in the history of the world that one person traveled all over the world and made thousands and thousands of people chant everywhere. Шрила Прабхупада, он был настолько великой личностью, настолько уполномоченной свыше Верховным Господом личностью, что один он сделал тысячи и тысячи преданных пропутешествовав по всему миру. Это небывалое событие. I know one Vaishnava. He was looking for a guru. Я знаю одного вайшнава, он искал гуру. He did not meet Srila Prabhupada. Srila Prabhupada just left when he became a devotee. И на тот момент, когда он стал преданным, то Шрила Прабхупад только-только оставил этот мир. So he went through a few the disciple relationships that didn't work out. И он постарался какие-то ученические отношения развить с определенными учителями, но увидел, что ничего не получается. And then he was very determined. I want to have a spiritual master just like Srila Prabhupada. И он был исполнен решимости. Он подумал, я хочу иметь такого же духовного учителя, как Шрила Прабхупад. So he was traveling here and there, and finally he came to the lotus feet of Param Pujapad. Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. И он путешествовал здесь и там, и он, наконец прибыл к лотосным стопам Парампуджипада Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджа. And after hearing from him, he was very impressed, and after some time, he requested, please be merciful to me, I want to take initiation from you. И послушав его, он был очень впечатлен, и через какое-то время он приблизился к нему и попросил его дать ему инициацию, попросил его стать его учеником. So then Maharaj was very humble. Махарадж был очень смиренным. Said why? Он сказал, а почему вы хотите получить у меня инициацию? Why do you want to take initiation from me? Почему? He said because I want to have a guru like Srila Prabhupada. Тот ответил, ну потому что я хочу иметь гуру как Шрила Прабхупад. Then Maharaj said, I am not like Srila Prabhupada. Тогда Махарадж ответил, я не такой как Шрила Прабхупад. Under a charya like him only appears once in a thousand years. Такой ачарья, как он, может явиться лишь тысячу лет, раз в тысячу лет. So even Srila Prabhupada's god brothers and great Vaishnavas, they swore that really he was Prabhupada. Даже несмотря на то, что братья в Боге Шрилы Прабхупады являлись достаточно возвышенной Вайшнава, они видели, что он действительно является Прабхупадом. All Vaishnavas are Prabhu. Все вайшнавы являются Прабху. And the place where many Vaishnavas take shelter is called Prabhupada. И то место, где многие вайшнавы принимают прибежище, то такую личность называют Прабхупад, где многие Прабху принимают прибежище. After the disappearance of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, many of his leading disciples got together and they agreed amongst themselves, none of us will take this title Prabhupada. После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, его ученики собрались вместе и решили, что никто из них не будет нарекаться этим именем Прабхупад. Out of respect for Srila Sarasvati Thakur. Из уважения к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. But Shastra tells that first of all, we see in Chaitanya Charitamrita. The name Prabhupada is there. Однако мы видим, что Шастра говорит, в частности, Шри Чайтанья Чаритамрита, мы видим, имя Прабхупада там фигурирует. Сарвабхаума Бхаттачарья came to Maharaj Pratapurudra. Сарвабхаума Бхаттачарья пришел к Махараджу Пратапурудре. He said, Chaitanya Mahaprabhu is touring in South India, but he'll come back very soon. I want to, can you provide him a place which is at once close to the Jagannath temple, but also in seclusion?
И он сказал, что скоро Шри Чайтанья Махапрабху, он вернется из своего южноиндийского тура, и мне хотелось бы, чтобы он получил место, которое находилось бы не очень близко к храму Господа Джаганнатхи, но и не очень далеко от него. Pratibhudra Maharaj said, I know just the right place. Pratibhudra Maharaj сказал, я знаю хорошее место. His guru's house, that is Kashi Mishra Bhavan. Это был дом его гуру Дева, Kashi Mishra Bhavan. So then, Sarvabhaum Bhattacharya went to Kashi Mishra to inform him. И тогда Sarvabhaum Bhattacharya отправился к Kashi Mishra для того, чтобы проинформировать его о приходе Махапрабху. Kashi Mishra kahi ami bada bhagyavan, mora griha prabhupada have abastan. Oh, Kashi Mishra said, I am most fortunate because Prabhupada will come and stay in my house. И Kashi Mishra воскликнул, я очень удачлив, потому что сам Прабхупад придет и будет жить в моем доме. So first Prabhupada was said in regard to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому мы видим, что титул Прабхупад упоминается применимо к Шри Чайтанья Махапрабху. Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, they are also Prabhupada. Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, они тоже зовутся Прабхупадой. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad wrote, Srimat Prabhupadambu Jai Sarva Bhagavatam Rite. My Prabhupada, Sanatana Goswami, has put all the sweetness and all Siddhanta in his Bhagavatamrita, Brihat Bhagavatamrita. И в Бхактирасамрите мы видим, как Шрила Рупа Госвами Пад, он обращается к Шриле Санатану Госвами Паду, мой Прабхупад, он вложил всю сладость и всю сиданту, все философские принципы в свою Шри Брихат Бхагаватамриту. So Srila Sanatana Goswami is Prabhupada. Поэтому Шрила Санатана Госвами Пад, мы видим, он тоже называем как Прабхупад. Gradually, over time, the many Prakata Sahajas in Bengal, they only kept the name Prabhupada for those who are caste, born in the line of caste Goswamis. И постепенно мы видим, как в Бенгале какие-то некоторые из Пракрита Сахаджи, они начали называть титулом Прабхупада только те, кто были рождены в касте брахманов. Became a fixed tradition. Это стало такой четкой традицией. And anyone who was not born in that caste line, they could be called Vaishnav Das Anudas. Кто в этой линии не родился, их просто называли Vaishnav Das Anudas, слуга слуги Вайшнава. So when Srila Bhaktisiddhanta Sotako accepted this title Prabhupada, it was actually an act of revolution. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он принял на себя этот титул Прабхупада, то это было очень революционное деяние. He deliberately made a big disturbance in the society. Намеренно он так вызвал беспокойство в обществе, назвав себя таким титулом, позволив себя назвать таким титулом. So our Srila Prabhupada was also like that. The following his guru, he had a combative spirit. Ready to combat all departments of the world, the scientists, the atheists, the sadhus. Итак, наш Шрила Прабхупад, он был тоже таким же революционером, исследовал по стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, он бросал вызов всем атеистам, всем ученым, всем материалистам. So, when Srila Prabhupada's preaching became successful all over the world, some of his godbrothers complained. И когда проповедь Шрилы Прабхупады на Западе уже увенчалась успехом, уже приобретала широкий масштаб, то некоторые из его братьев-боги начали жаловаться. At that time, my Guru Dev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, came to his defense. И в это время Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, мой духовный учитель, он выступил в защиту Шрилы Прабхупады. He said, yes, it's all right that all of you should not take the title Prabhupada, you have agreed. But what he has done is unique. Он сказал, да, это действительно уместно, что все вы согласились не принимать на себя этот титул Прабхупад. Но то, что с вами Прабхупад сделал, это уникально. He is an exceptional person. Он является исключением. If you had done what he had done, single-handedly preached to thousands and thousands of people all over the world, then you could also take that name, Prabhupada. Если бы вы могли сделать в одиночку то, что сделал он, проповедовать тысячам и тысячам людей на Западе, то вы бы тоже имели полное право принять этот титул Прабхупад. He has made the whole world chant Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. That means he has glorified his whole guru to the whole world. И он заставил весь мир воспевать Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Это означает, что он восславил своего гуру через это воспевание. So, весь мир заставил прославлять своего духовного учителя. Today we are most fortunate that some of the very dear, intimate associates of Srila Prabhupada are here in our presence. И сегодня мы очень и очень удачливы, что очень близкие спутники Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, они присутствуют с нами здесь. Who, being very young and handsome and qualified and from very high class families, with very high education, Maharaj has master's degree from Cambridge University.
But they gave up their careers, they left everything just to serve the lotus feet of Srila Prabhupada. Мы видим, как юноши, которые являлись на самом деле сливками общества, из хороших семей, с хорошим аристократическим происхождением, очень юные, очень красивые, очень образованные. У Шрилы Бхактивиданты, Шипатневи Махараджа, у него образование, он окончил Кембридж. And they became the instruments of Srila Prabhupada's mercy by which we are all here today. И мы видим, что эти личности возвышенные, они оставили все лишь для того, чтобы служить Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде и стали инструментами в его миссии. So Maharaj is in very high demand today, going to so many places. So I'm going to request him to please glorify his Guru Pada Padma first, so that he can. If he wants, he can go on to his next engagement. Махараджа сегодня много программ предстоящих. Это не единственная его программа, и поэтому мы попросим его сказать пару слов первым. Microphone, sound engineer. Thank you. Yanti mirandasya yananjana shlokaya chakshuram militam yena tasmai shri gurave namah namo vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Saminiti Namane Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhakti Vedanta Anayiniti Namane Vansha Kalpatrudyascha Kripasana Vyayavacha Kutitanam Parunindyo Vaishnavindyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare My humble obeisances at the lotus feet of my beloved Diksha Guru, Nityananda Bhavishri Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Я предлагаю свои смиренные поклоны у лотосных стоп моего дорогого и любимого Дикши Гуру, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада. Same. Humble obeisances at the lotus feet of my beloved Shiksha and Sannyas Guru, Rupangnaka Vara Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Не меньшие поклоны я предлагаю у стоп моего дорогого Шикши Гуру и моего Саньяс Гуру Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Предлагаю поклоны у лотосных стоп нашей Шри Рупа Нуга Гаури Гуру Варги. Offer obeisances to all Vaishnavas especially to so many senior Vaishnavas here. Hare Krishna. И предлагаю свои пранамы всем старшим Вайшнавам и всем братьям Боги Вайшнавам и Вайшнаве. Вот Гурдев говорит, у вас нет никаких лимитов во времени, можете начать сегодня и закончить завтра. So today is the Tirobhav Mahotsav by Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Сегодня мы празднуем Тирабхав Махотсав, день ухода моего дорогого духовного учителя, Шрила Бхактивиданта Свами Махараджа. Such a powerful personality. Такая возвышенная личность, мощная. Very graceful. Очень милостивый. Very beautiful. Очень красивый. Very loving. С огромной любовью. Very shastravit. He knew shastra completely. Он был шастравит, знал прекрасным образом шастру, писание. Such guru nishtha, guru bhakti. Обладал невероятной гуру ништой, гуру бхакти, приверженностью лотосным стопам своего духовного учителя. It wasn't really possible for anyone to go through the hardships that he went through in order to establish this movement. Для того, чтобы основать это движение, практически невозможно было пройти через то, что пришлось преодолеть ему. His friends didn't even want to let him leave India. Его друзья даже не хотели его отпускать никуда из Индии. In Vrindavan here. Здесь, во Вриндаване. So he called a meeting. И он собрал
Общину целую встречу. So he said, I'm sending these books, Srimad Bhagavatam, I want to send them to the West. So you please give your blessings to these books. И он сказал, пожалуйста, благословите эти книги, я хочу, чтобы они отправились на Запад. So he passed the books around and they were giving the blessings. И он книги пустил по кругу, все давали свои благословения. And then he said, you know, these books aren't going to go to the West by themselves. И потом он сказал, ну, знаете, книги-то сами до Запада не доедут. I want you to give me your blessings that I also take them to the West. Поэтому, пожалуйста, вы меня тоже благословите, чтобы я с ними на Запад отправился. So they gave him their blessings. Они дали ему благословение тоже. He was well known in Vrindavan as very, very ascetic devotee. Он был очень известным преданным во Вриндаване. So printing and publishing Srimad Bhagavatam by himself and then getting a passage on the ship, almost dying, if we can say dying, on the ship. И он сам печатал книги, сам их публиковал. Он чуть не умер по пути на Запад, потому что он ехал на корабле, который не предполагал перевозку пассажиров. Two heart attacks. На грузовом корабле перенес две сердечные атаки. Actually, it was his time to leave. На самом деле, это было его временем к тому, чтобы оставить этот мир. Krishna, he said Krishna himself came and massaged his heart. Но он сказал, что Кришна лично пришел и массировал его сердце. Gave him lease of life. И возродил его к жизни. So he was with so much enthusiasm in mid-Atlantic, so much enthusiasm, praying to Krishna. Explaining to Krishna why I have left Vrindavan. С огромным энтузиазмом он молился, Шри Кришна объясняет ему, почему он оставил Вриндаван, с какой миссией. Because my Guru Maharaj, he has this mission that everywhere, by his strength, everywhere in the mountains, the forests, and the ocean, and the small streams, everywhere they will be chanting the holy name. Потому что он объяснял Кришне, потому что мой Гуру Махарадж, он хочет, чтобы слава Святого Имени, сознание Кришны, она была разнесена по всему миру, даже в лесах, даже по океанам, по морям, по рекам, везде, на земле, где угодно. So he's demanding of Krishna. Поэтому он так требовал у Кришны. My Guru Maharaj is such a devotee of Shrimati Radhika. Мой Гуру Махарадж, он очень предан Шримати Радике. So if you want your blessing, if you want to be lucky, поэтому, если ты хочешь быть удачливым, you have to get blessings from Shrimati Radhika. Тебе надо заручиться благословениями Шримати Радики. Means you have to help me. Это означает, что ты должен мне помочь. Он так молился. This is Sakiba. Это Сакиба. Такое условие Кришны стоит. This is the mood of Shrimati Radhika's group towards Krishna. Это настроение Свапакши, группы Шримати Радики по отношению к Кришне. Кришна, ты смотри у нас. Chandravali, they can like make their request list and he'll okay. Chandravali может составить список необходимого, и Кришна, он так будет проглядывать через этот список и скажет, так, ну ладно, что там дальше было, так с прохладцей с такой. But if Shrimati Radhika's group, they're making strong demand. Но если группа Шримати Радхарани выдвигает какие-то требования, okay. Да, конечно, хорошо, будет исполнено. Because they know, without their help, he may not get to see Shrimati Radhika. Потому что у них есть такая уверенность, без нашей помощи он может просто не встретиться с Шримати Радикой. Yasya prasada, Bhagavat prasada, yasya prasada, nagati kutam. If Guru Sakya is not pleased, even for Krishna, there's no way forward. Если Гуру Сакья недовольна, то даже для Кришны никакого входа не будет к Радике. Then when he came to Boston, New York, and he saw really what the landscape is like, really what the people are like. И когда Свами Прабхупад, он прибыл в Бостон, в Нью-Йорк, когда он ознакомился со средой, в которую попал, когда он увидел людей, которые живут, то он, конечно, был очень изумлен. Then he turned to Krishna, why have you brought me here? И потом он повернулся с молитвами к Кришне, а зачем ты вообще меня сюда привез? He heard from his Guru Maharaj in association of such exalted devotees. Он пребывал в общении с своим Гуру Махараджем, с возвышенными преданными.
And here he's saying these people are so degraded, they have no taste for anything transcendental. А на Западе у людей вообще полная деградированность, никакого вкуса ни к чему духовному, ни к чему трансцендентному. All passion and ignorance. How are they going to understand? Страсть, невежество повсюду. Как они поймут эти возвышенные духовные темы? And he said, anyway. Потом он сказал, ну ладно. I'm your puppet. Я твоя марионетка. You make me dance, make me dance. Ты заставляешь меня танцевать согласно своей воле. So they gave me title Bhaktivedanta. Он сказал, ты нарек меня титулом Бхактивиданта. I don't have any bhakti. У меня нет никакого бхакти. And I don't have any Vedanta, I don't have any knowledge. И я не обладаю никакой Ведантой, я ни в чем не сведущ, я обладаю знанием. But I have strong faith in the chanting of the holy name. Но зато у меня есть сильная вера в воспевание святых имен. And then so much difficulty to establish the movement. Это было целые горы трудностей для того, чтобы основать движение. Like training wild animals. Как будто Шрила Прабхупад не с людьми работал, а как будто диких животных дрессировал. So it's really unprecedented, unpredictable. Поэтому это было абсолютно непредсказуемо, неожиданно, беспрецедентно. First time I saw him. Первый раз, когда я его увидел. I'd been in the movement some months. Я уже несколько месяцев как был в движении. And then he came to visit the manor, Bhaktivedanta Manor. И Шрила Прабхупад прибыл в Бхактивиданта Манор. So we're all in the temple room chanting, dancing. В храме в Лондоне все мы танцевали, пели. He's coming, he's coming. И слышали такой ажиотаж пошел. Он сейчас приедет. And we're looking. И потом мы смотрим. Oh, he's so tiny. Вот такой малюсенький. So powerful. Но зато такой сильнющий. Like the sun. Могущественный, как солнце. In his chart, actually, sun is very strong. На самом деле, в его астрологическом гороскопе солнце очень сильное. He's born with a special horoscope, special for doing what he was doing. Ну, он был рожден с определенными возвышенными качествами прямо для того, чтобы заниматься тем, чем он занимался. Very aristocratic, actually. Очень аристократичный в действительности. Очень такой благородный. But humble also. Но также и смиренный в то же время. And then I was in Africa when he came to Kenya. Когда он прибыл в Кению, я был в Африке, в Найроби. That was the time that I had closest connections. Это было время для меня, когда я с ним наиболее близко мог пообщаться. There'd just been a raid on the temple. Там был attack. Кто-то напал на храм. Almost cut off the arm of one of the devotees. Практически отрубили руку одному преданному. So we're standing there on guard with like these clubs with huge nails sticking out. И у нас были такие как булавы с такими пиками выступающими, мы стояли на страже храма. Like giants in a fairy story. Как гиганты в сказке. So that time he gave me some directions on self-sufficiency. И в это время Шрила Прабхупад он каким-то образом стал наставлять меня о том, как поддерживать себя. Actually, самостоятельно, сельское хозяйство. А, в сельском хозяйстве обучал меня агрикультуре. As he was leaving, someone had told me that you give him every time you do same service every time, every day. И кто-то мне сказал, каждый день занимайся одной и той же сервой, делай одно и то же служение. So every day he gave me one, I gave him one flower. И я каждый день давал ему цветочек Шриле Прабхупаде. Then last, he was just going off in the car away. И когда он собирался уезжать, он просто уже уезжал в машине. So somebody else had taken the flower that I wanted to offer him. И кто-то взял мой цветочек, который я хотела ему предложить. Somewhere else I found another flower. I was running after the car. Но я как-то умудрился найти другой цветок и побежал за машиной. So he's looking at me, but the window's shut. И он посмотрел на меня, окно было закрыто. And then Brahmananda, he leant over Prabhupada and he wound down the window. И потом Брахмананда вот так вот наклонился и окно как бы за стеклом предложил своему Прабхупаде цветок. И Прабхупад на меня посмотрел и ручки протянул. The flower in his hand. И цветочек упал ему в руку. He gave this beautiful smile.
И он одарил меня прекраснейшей, красивой улыбкой. I don't remember most of his philosophy, but I remember that smile. Я не помню большую часть философии, которую нас он учил, но я помню эту огромную улыбку. And then I began to work with the Bhaktivedanta Institute. Потом я стал работать с Бхактивиданта Институтом. He was very happy to hear that. Он был очень счастлив услышать об этом. And I went to meet at that time, Sarvadamada Brahmachari, then later Bhakti Sarvadamada Maharaj. И я отправился на встречу с будущим Бхакти Сваруп. Сарвадамада. Сарвадамадаром Махараджем. And he came to Heathrow, so I went to meet him and then came back in the car with him to Bhaktivedanta Manor. И он отправился в Хитроу. Он приехал в Хитроу, и я доехал с ним в машине в Бхактиведанта Манан. По аэропорту. So immediately из аэропорта Бхактиведанта Манан. Message came. Go and see Prabhupada. И тут же мне пришло сообщение: иди к Прабхупаде. Prabhupada was so affectionate towards Bhakti Sarvadamada Maharaj. И Прабхупада с огромной любовью относился к Сваруп Дамодара Махараджу. So he went into Prabhupada's room. Тот вошел в комнату Прабхупады. Came in afterwards. Я там прокрался за ним следом. Offered obeisances before Sarvadamada set up. Prabhupada was already preaching to him about scientific preaching. И я предложил свои пранамы, и Шрила Прабхупад уже что-то мне какие-то укоры делал рукой. So he told him, we are not animals. Он ему делал укоры, он ему делал выговор, мы не животные. That we neglect education. Мы не пренебрегаем образованием. But if you use your education to prove that God does not exist. Если ты будешь задействовать свое образование в том, чтобы доказать, что Бог не существует. This is a waste of time. Это просто полная трата времени. So people are suffering so much for this. Люди от этого сильно страдают. Sarva karana karana. And he began crying and crying and crying. Господь является причиной всех причин, и тот начал плакать и плакать и плакать. Он сказал, что бесполезно это материальное образование, потому что это полный атеизм, нет смысла в этом. And then when he calmed down, he said to Sarvadamada, "So, who is this?" И когда он успокаивался, то Бхактивинода Свами Прабхупада спросил, а кто это такой? Sarvadamada said, oh, this is one of our Oxford scientists, Srila Prabhupada. И тот сказал, ну, это один из наших оксфордских ученых, Бхактивинода Свами Прабхупада. Not Cambridge. Не Кембридж, Оксфорд. And so Prabhupada looked at me and said, so? Do you agree? И Прабхупад на меня пристально посмотрел и сказал, ну, ты согласен с моим мнением? I said, I agree, Shri. Я сказал, я согласен, Шрила Прабхупад. There are one or two, I think. Acharya, he put something in the heart. Я считаю, что Ачарья, он вкладывает что-то в сердце. You can't get it out again. И он вкладывает нечто такое, что ты потом вытащить никак из сердца не можешь. So he's basically saying, look, I've got this. You want it? То есть практически он говорил мне, смотри, что у меня есть. Ты это хочешь? I agree, Srila Prabhupada. Okay. Я согласен, Шрила Прабхупада. И тут же в сердце было что-то вложено. He was there for 1 month. Он находился там 1 месяц. During that time, there's Krishna Janmashtami. В течение этого времени прошло Кришна Джанмаштами. And then next day, of course, his Vyasapuja. И, конечно, на следующий день мы праздновали его в Ясапуджу. They brought him down on palanquin. He was that time was practically not moving at all. И они его принесли на паланкине. В это время он практически не двигался. Sitting next to the Vyasasan. Он сидел рядом с Вьясасаной. It was a huge birthday cake. И был огромный торт, который приготовили преданный. Я даже не могу измерить его, даже не могу сказать, каких размеров он был, настолько просто огромный, испекли. Right. Прямо перед ним поставили. Я сидел под этим пирогом и смотрел на Прабхупада. Тама Кришна Махарадж, he was narrating how the movement developed. Тама Кришна Махарадж рассказывал о том, как началось движение. Now I remember the first time when Srila Prabhupada came down for Guru Puja. This was before his Vyasa Puja. Я помню, как еще до Vyasa Puja Шрила Бхактивинода Свами Махараджа, он спустился из своей комнаты. So many devotees there. И там было огромное количество преданных. Harikesh was there from Harikesh был там. Eastern region and
восточного региона, Бхагаван из Франции, куча членов GBC. Amazing, amazing kirtans. Удивительные киртаны сопровождали встречи. Особенно Бхагаван, удивительные киртания. Prabhupada would sit in his chair. Прабхупад очень серьезно сидел в своем кресле. Devotees just went mad. И потом он просто немножечко склонился, преданные просто с ума посходили. And then, if you know the manner, there's to get to his room, there was a flight of stairs. Если вы знаете Бхактивинода Мана, то там, чтобы дойти до комнаты своей Прабхупады, там туда вели ступеньки вверх. And then there's a small, small landing. Потом небольшая такая площадочка. And then right angles, another flight of stairs. И с правой стороны там шли другие ступеньки вверх. And then off to his room. И потом проход к его комнате. So devotees took him up on the palanquin. Преданные подняли Шрилу Прабхупаду на его паланкине. And then they turned round to go off to his room. И они уже стали заворачивать, чтобы перенести его в комнату. Dozens and dozens and dozens of devotees. Просто десятки, десятки преданных, все толкучкой такой стояли. And then they stopped there for a little while. И потом они на мгновение остановились. And then instead of going straight to his room, и вместо того, чтобы пройти прямо к своей комнате, they turned him round so that he was looking down the stairs at the devotees. Они развернули Шрилу Прабхупаду так, что он сумел посмотреть лицом на тех преданных, которые стали его провожать. Again, devotees went completely mad. Снова преданные, они просто как с ума посходили. I've never seen anything like the enthusiasm, energy of the devotees around Prabhupada. I've never seen. Такого энтузиазма, такой огромной энергии, которая концентрировалась вокруг Шрилы Прабхупады, я никогда ни с кем не видел. Ни в ком. Then Prabhupada went to India. I also went to India to take part in the conference Life Comes from Life. И потом Шрила Прабхупада отправился в Индию, я также отправился в Индию для того, чтобы принять участие в конференции «Жизнь происходит из жизни». Все вышеперечисленные преданные были там тоже. Прабхупад носил пиджак. Suit and tie. Такой и пиджак, и галстук у него был. Devotees thought it was really funny. Преданные им показалось это очень забавно. They said they look like Mormons. Но все преданные так выглядели, все выглядели как мормоны просто. Такие мормоны ходят в белых рубашках и в черных галстуках. Morons, Mormons. So there's one conversation. I didn't hear it, but I read it later. И состоялся один разговор, я его лично не слышал, но прочел о нем позже. Devotees were saying to Prabhupada, "Oh, the scientists, you know, they're wearing suits." Преданные говорили, что Шриле Прабхупаде ученые носят пиджаки. One of them said, "They look." And Prabhupada said, "Yes, they look very elegant." И кто-то из преданных, он сказал, "Ну, они смотрятся." А Прабхупада сказал, "Да, они смотрятся очень элегантно." He was very proud of his scientists, actually. На самом деле он был очень горд своими учеными. He said, "I think I'm the first who has challenged these rascals." Он сказал, я думаю, что я являюсь первой личностью, который вызвал на поединок этих негодяев, разбойников этих. So first day he was in anxiety about how the scientists. И первый день он так волновался об этой встрече с учеными, как там, что пройдет. Like father worrying about his incompetent children. Как отец заботится, беспокоится о своих некомпетентных детишках. Immediately at the end of the conference. И прямо в конце конференции. So immediately scientists should go and see Shri Prabhupada in his room. Ученые пришли навестить Прабхупаду в его комнату. So we went in. No time to take shower, no time to change. Прабхупада пришел прямо сразу с корабля на бал на встречу, никак не переоделся, ни в душ не сходил, ничего. Tamakrishna Maharaj says, "Shrila Prabhupada, the scientists are here." Tamakrishna Maharaj объявил, Шрила Прабхупада, ученые пришли. They're wearing suits. И они разоделись в пиджаки. So Prabhupada, that time, he was so weak, he couldn't move. В это время Прабхупада он испытывал слабость, он практически еле шевелился. He was in so much pain. Ему было очень больно. He said, "Oh,
Bring them chairs. Он сказал, принесите им кресла. Because he knew if you sit on the floor in pants, trousers, it's a little difficult. Потому что он знал, что если он сядет на пол, то это неудобно там в брюках садиться. But there weren't any chairs because, of course, nobody sat on chairs with Prabhupada. Ну и конечно принесли кресла, и мы тоже сели на эти же кресла для с вами Прабхупады. So at last the devotees found two chairs. They found two chairs. Они нашли два кресла. Они для всех кресел не нашли, точнее. And there were six or seven of us. А нас было шестеро, семеро, всего два кресла. So that time Srila Prabhupada actually physically was practically blind. На этот момент Шрила Прабхупад практически полностью ослеп уже. So we all pretended to sit down like that. No chairs, just squatting like that in a line. И мы все вот так просто сели в линию, как будто мы сидим на креслах, просто так присели. So Prabhupada said, are they sitting comfortably? Prabhupada ничего не видел, он думал, что всем кресло принесли, потому что он для всех кресло попросил. И все так присели притворные. Прабхупада спросил, вам всем комфортно? Они сказали, да, Шрила Прабхупада, все хорошо. So then he started preaching about the importance of the scientific preaching. И потом он начал говорить о важности проповеди ученым. So sometimes you can cheat your spiritual master. Поэтому временами можно обманывать своего духовного учителя, лишая его беспокойства. Last time I saw him, последний раз, когда я его увидел, I was supposed to go to Bombay from just before Srila Prabhupada left. Я должен был отправиться в Бомбей, это было прямо перед самым уходом, накануне ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. So he was lying asleep in his room. I went in. И он лежал, дремал в своей комнате, я вошел. Nobody else there. Никого там не было. So very key. That we weren't allowed to touch his feet. Нам не разрешалось прикасаться к его лотосным стопам. That's the one and only time I touched his lotus feet. Это было единственной для меня возможностью, единственным шансом для меня прикоснуться к его лотосным стопам, что я и сделал. Offered obeisances and then I left. Предложил свои пранамы и вышел из комнаты. And then I was in Bombay when he left. И когда он оставил планету, то я находился в Бомбее, в Мумбаи. I came back. Вернулся. So there's a rough little samadhi in Krishna Balaram Mandir. И в Кришна Баларам Мандире было еще такое неоформленное самадхи. And there was one Indian sannyasi I'd never seen before. И там присутствовал один индийский саньяси, с которым я прежде никогда не встречался. So he was chanting, he was singing Jayanila Premadana. И он пел баджан Джанила Премадана. Very heartfelt. Очень сердечно. That was the first time I saw my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. В этот самый раз я впервые встретился со своим жикшим Гурудевом Шрилой Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Being a disciple of such an elevated devotee, it doesn't make one like a different, a more elevated, a more advanced devotee. Когда ты являешься учеником какого-либо возвышенного преданного, это еще не указывает на твою собственную возвышенность. Later, when I met our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Позже, когда я встретил моего Гурудева Шрилу Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, I felt immediately that he's on the same transcendental platform. Я немедленно почувствовал, что он находится на той же самой трансцендентной платформе, что и с вами Прабхупад. I felt like I couldn't believe, I couldn't understand it. Being with him was just like being with Prabhupada. Я мог прочувствовать, что нахождение с ним, оно подобно нахождению с вами Прабхупадой. I said I went to him specially. I was really bewildered. Я был просто сбит с толку. I went. I said, I don't understand it. Я пришел к нему и я сказал, я не понимаю. It's just as if you and my Guru Maharaj are the same person. Мне складывается такое чувство, что вы и мой Гуру Махарадж как будто вы одна и та же личность. But I know you're different. Но я знаю, что вы просто две разные личности. He said we're not very different. Он сказал, ну не такие уж и разные мы. He's Bhaktivedanta Swami Maharaj, and I'm Swami Bhaktivedanta Narayan. Он сказал, он Бхактивиданта Свами Махарадж, а я Бхактивиданта Свами Нараян. It was a joke, but it was a very deep joke. Это была шутка, но шутка глубокая. And the more I associated with our Gurudev, и чем больше я общался, проводил времени с нашим Гурудевом, the more I felt that there's such a deep mystical connection between the two of them. Тем больше я начинал ощущать и проникать глубже в природу их мистической связи с вами Прабхупадой и Нараяной Махараджа. This morning in our program in Gopinath Bhavan. Утром на нашей программе в Гопинат Бхаване. So they're both sitting together on the Vyasasana. Они на Вьясасане были усажены двое вместе. And that's
That's how I see them. How that's. Это то, как я их воспринимаю, как я отношусь к ним обоим. One time there was a meeting in Altai, meeting festival in Altai. Однажды на Алтае проходил фестиваль. And like a line of preachers. И сидела линия проповедников. Pujavad Ban Maharaj, Pujavad Madhav Maharaj. Ban Maharaj. Дамодар Махарадж был там, Шудадвайти Махарадж. Дамодар Махарадж, Шудадвайти Махарадж были там. Падманаба Махарадж. Падманаба Махарадж. Whole line of. Вся линия, все старшие ученики нашего Гурудева. So we were talking about Шрила Прабхупада. И мы обсуждали славу Шрилы Прабхупады. And I related one dream I'd had. И я поделился сном, который мне привиделся. I saw Шрила Прабхупада. Я увидел Прабхупаду. And then he smiled. Он улыбнулся. And he became Gurudev. И превратился в Гурудева. Шудадвайти Махарадж, he was sitting next to me. Шудадвайти Махарадж, который сидел рядом со мной. He said, "Oh, you've seen that dream as well." А, ты тоже видел этот сон? Ничего себе. A lot of my god brothers, god sisters, seen the same. То есть многие из моих братьев боги видели один и тот же сон. Like Srila Prabhupada himself said about his Guru Maharaj, he said, "If the absolute truth is one." Как Шрила Бхактивинода Свами Махарадж сказал о своем Гурудеве, если абсолютная истина является единой, then Guru Tattva is also one. То тогда Гуру Таттва также является единой. There's no question of my guru, your guru. Поэтому нет вопроса, мой Гуру, твой Гуру. There's one guru who appears in many forms. Есть один Гуру, который является в разных формах. I've just told some incidents. It's very, not very difficult. It's impossible to glorify such a personality, to glorify the intention behind the appearance of such a personality. На самом деле невозможно описать славу такой личности, невозможно описать намерение такой личности при ее явлении в этот мир. In this material world, there's millions and millions and millions of conditioned souls. В этом материальном мире присутствуют миллионы и миллионы обусловленных душ, spiritually helpless, completely helpless. Которые являются полностью беспомощными духовно. Аташи Кришна Намадин. Krishna won't appear in our material mind, material senses. Кришна на платформе нашего материального ума, наших материальных чувств никогда не проявится. Сева мукхи дживадо, свагамева сваратьяха. But when he's pleased with our service attitude, then he will himself appear. Но когда он будет доволен нашим любовным служением, то он сам себя явит нам. Great. So I just have to serve Krishna and everything will be fine. Но великолепно, я тогда просто буду совершать служение Шри Кришне и все будет хорошо. Аре Баба, with your material senses, with your material mind, how are you going to serve him? Но Аре Баба, своими материальными чувствами и умом, как ты собираешься ему служить? No help. Ничего тебе не может помочь. Bhakti is causeless. Бхакти беспричинна. It doesn't matter what we do, what kind of sadhana we do by ourselves, we cannot create that link with Krishna. Не важно, что мы делаем, не важно, какую интенсивную садхану практику мы предпринимаем, но своими чувствами мы никак не свяжемся с Кришной. So Krishna's causeless mercy appears in the form of spiritual master. Поэтому беспричинная милость Шри Кришны проявляется через духовного учителя. Not just to give us liberation. Не только для того, чтобы даровать нам освобождение. Or to give us a place in the spiritual world. Или место в духовном мире. But in our particular line. В нашей определенной линии. In our particular inchara karnayavati kalo samarpayatamunnatojvalas sabaktishyam. Giving the highest service. Мы получаем высочайшее, утонченнейшее служение. At such a time, to such people. В такое время такие люди получают такую возможность. We can't describe or explain or anything. We can't understand that intention. Мы даже описать, объяснить никоим образом эти намерения не можем. One of Srila Gurudev's senior disciples said, Pujapat Ban Maharaj, I think. He said, Gurudev said, you can't know how much you owe Guru until you have Vastu Siddhi. Один из старших учеников Шрилы Гурудева, я думаю, что это был Бон Махарадж, он сказал, что на самом деле до того, как вы не обретете Васту Сиддхи, рождение в духовном мире, вы не сможете постичь славы своего духовного учителя. In other words, when we actually
get to take birth from a womb of gopi in Goloka Vrindavan. То есть пока мы не родимся из лона Браджа Гопи на Голока Вриндаване. На Голока Вриндаване, и на Пракат Лила. Пракат Лила. Пракат Лила. Then we'll understand, oh, my Guru Maharaj has done something wonderful. Вот только тогда, когда мы родимся, получим такое рождение, только тогда мы поймем, нас осенит, о, мой Гуру Махарадж, оказывается, такие вещи тут творил. Now just practically sleeping. А сейчас практически мы спим. Like our Gurudev said, when you're hearing bhajans, and when a guru is hearing bhajans, the difference is like land and sky. Как наш Шрила Гурудев говорил, когда я слушаю баджан, когда чистая вишна слушает баджаны, когда вы слушаете баджаны, то разница это как между небом и землей в этом слушании. Like a caterpillar. Как гусеница. How can it imagine what it's like to fly? Как она может представить себе, что она вдруг залетает? But in the end, all being well, it flies. Но в итоге все случается, она улетает. So we can't actually, we can churn the mind and to some extent remembering past times. Поэтому мы можем, конечно, там свой ум каким-то образом накрутить, чтобы пометовать какие-то лилы. But really to enter into that is very, very difficult. Но по-настоящему, чтобы войти в эти трансцендентные лилы, это очень и очень трудная задача. But like our Gurudev said, как наш Гурудев говорил, I can help you to walk. Я могу помочь вам ходить. But you'll have to hold my finger. Но вы должны держаться за мой палец. So anyone who's had kids, they know what that means. Все, у кого есть дети, все понимают, о чем речь. Child's hand. Very small. У ребеночка рука маленькая очень. Little fingers way bigger than the child's hand. Маленькие пальчики. So he's saying, Guru is like father. Он говорит, Гуру как отец. And we think we're big adults. Hey, look at me, what I'm doing. И мы думаем, мы представляем себе, будучи такие милипусики, мы говорим, ну смотрите, какой я великий, вот что я умею. He said, no, no, no. Нет, little нет. Kids. Это маленькие дети. Can't even stand up by yourself. Они даже сами стоять не могут. These are some comparisons. Это такие некоторые просто параллели, сравнения. So today I'm praying at the lotus feet of my Guru Maharaj. Сегодня я молюсь у лотосных стоп моего Гуру Махараджа. That by His grace I can advance on the path of bhakti that He's opened up. Чтобы по Его милости я смог продвигаться по тому пути бхакти, который Он для меня открыл. And that He will accept me as his, that He continues to accept me as His servant. И чтобы Он продолжил принимать меня как своего слугу. And allow me to serve Him, to please Him. И позволил мне служить Ему, доставлять Ему удовольствие. While I'm in this body, in this particular stage of incarnation. Пока я нахожусь в этом теле, в этой инкарнации своей. Thank you so much for your attention. Спасибо огромное за ваше внимание. Thank you, Prem Prayojana Prabhu. Спасибо, Прем Прайожина Прабу. One thing I would mention. Sadhu. Хотел бы упомянуть кое-что еще. In Kiev we printed a couple of books. В Киеве мы опубликовали пару книг. Ну, для русскоязычных. Быстрый старт. Это для совсем новых. It's for completely new people. How to put on tilak. If you are very experienced, if you are very well known of all of this, maybe you don't need it. This is Sut Garmoni. This is a summary of Srila Gurudev's essence of harmony. Instructions on harmony. That big harmony book. This is like essence. Это как у Шрилы Гурудева есть такая книга, она называется Гармония. Вот это эссенция этой книги. So if anyone's interested, если кто-то заинтересован, пожалуйста, приобретайте. Hare Krishna, Vansha Kalpatri shared his very touching, very moving exchanges with Srila Prabhupada.
Мы очень благодарны Махараджу за то, что он открыл свое сердце, поделился с нами своими трогательными воспоминаниями об отношениях с Шрилой Бхактивинодой Свами Махараджем. И я тут вспомнил такие моменты из биографии моего Гурудева и Шипад Бхактивинода Нейми Махараджа. В этот самый день, за много лет до этого, Махараджа звали Гьяна Дас Прабу до Саньяса. The Modi Bhavan in Varsana. This small dharmashala in Varsana with one big room, ladies sleeping one side on the floor and then on the other with only some saris hanging from a string in between, and two bathrooms for 150 devotees. И в те дни проходила также Браджа Мандала Парикрама, и мы находились в Моди Бхаване, это на Варшане. Там была такая обшарпанная дармашала, она представляла собой только один большой холл с двумя туалетами. Мы натягивали посередине веревку, вешали ткани в сари, мужчины спали на одной стороне, женщина на другой. Помните, Махарадж, эти дни города спрашивают? Поэтому не надо, пожалуйста, никогда жаловаться на те условия, с которыми вы сталкиваетесь на Парикраме, потому что вы не знаете, что было до этого. Чила Гурудев после полудня всегда выходил на улицу, садился на траве, на кресле, и мы выходили и садились вокруг него, окружали его, и он обсуждал с нами разные вещи. И Шила Гурудев в этот самый день, много лет назад, он делился своими воспоминаниями о Бхактивинанте Свами Махараджа. И он сказал, что до того, как Шрила Прабхупада отправился на Запад, он жил какое-то время в Раде Дамодаре, в Вриндаване. И Гурудев сказал, тогда, в те времена, из Матхуры я приезжал в Раде Дамодар, и мы проводили с ним время, обсуждали какие-то вопросы. И Шрила Прабхупада, он так готовил тесто, закручивал шарики. И Шрила Прабхупада, он раскладывал эти лепешки, отдавал их Шриле Гурудеву, Шрила Гурудев обжаривал их, они обмазывали их ги, предлагали Раде Дамодару и вкушали прасад вместе. Через какое-то время, когда Гурудев уже закончил свою речь, он попросил Махараджа поделиться несколькими словами. И Махарадж тогда сказал, что вот эта лила того, что Шрила Прабхупада раскатывает тесто и передает эти чапати для того, чтобы Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж, он положил их на огонь и довел до готовки, эта лила, она происходит и по сей день, она никуда не исчезла. Он сказал, что Шрила Прабхупада взял нас, мы были просто как сырое тесто. Он постарался нам придать правильную форму скалкой, раскатать нас в кружок. И сейчас он передал нас Шриле Гурудеву, и Шрила Прабхупада делает нас пакка, настоящими вайшнавами. Шрила Гурудев так сильно смеялся, у него слезы выступили на глазах. Поэтому я никогда не забуду, сколько радости, сколько счастья и удовольствия Махарадж доставил Шриле Гурудеву, рассказывая эту катху. I will give him sannyas and he'll preach all over the world. Он сказал, что я даю ему сannyas, он будет проповедовать по всему миру. That was 96. Это было в 96 году. В 1996 году это было. Prabhupada's disappearance was so painful for me. Для меня день ухода Свами Махараджа был настолько болезненным. I felt so much like desolation. Я испытывал огромное отчаяние. But then, when we spent that day with Srila Gurudev, но проведя этот день с Шрилой Гурудевом тогда,
It was the largest collection of Prabhupada disciples outside Krishna Balaram. И снаружи Кришна Баларам Мандира собралось огромное количество учеников Шрилы Прабхупады. And I felt that it was like I was at home. И я чувствовал себя как дома. What I wanted to have said to Prabhupada or offered to Prabhupada, то, что... give to Gurudev, and I felt like it's going right away through. То, что я хотел сказать Прабхупаде, то, что я хотел предложить ему, я чувствовал, что я спокойно могу это сказать и предложить Шриле Гурудеву, Шриле Бхакти Нарайане Госвами Махараджу, что это не имело разницы никакой. Простите меня, я должен сейчас отправляться на другую программу. Мы только об одном вопросе, Махарадж. Вы, пожалуйста, милостиво согласитесь прийти в следующем году. Если Господь отведет меня, такую возможность. Я бы хотела попросить моего дорогого Дришта Прабху. Возможно, вы слышали о Рада Дамодар Санкиртана группе, очень знаменитой. Дришта Прабху was in this group, so he's one of the generals. Дришта Прабху, он был одним из ее членов, поэтому он один из генералов армии Шрилы Прабхупады. More like a corporal. Ом агьяна тамарандасья агьянам агьянам шалакая. Он говорит что-то типа пожар. Шри Чайтанья Манобхистам стапитам йена бутале свайам рупакадамайам дадати свапататтикам. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhakta Vedanta Swamini Tanamani Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Vacharani Nirvasesa Shunyavadi Prasadeshtarni Vanchakalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindhu Veva Cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I'd like to thank my Bhajan Shiksha Guru Prem Prayojan Prabhuji for giving me an opportunity to speak and glorify my spiritual master. Я хочу поблагодарить Шипат Прем Прайоджана Прабу, моего Баджан Шикша Гуру, за возможность сказать несколько слов, прославить каким-то образом моего духовного учителя Шрилу Бхактивиданта Свами Прабхупада. I was not so fortunate to have had the association of Srila Narayana Maharaj. Я не был настолько удачливым получить общение с Шрилой Бхактивиданта Нарайаной Госвами Махараджем. But I feel that I have his association through Prem Prayojan Prabhu. Но я чувствую, что общение с ним я получаю через Шри Прем Прайоджана Прабху. And I feel that the association of Srila Narayana Maharaj and Srila and Prem Prayojan Prabhu Gurudev, they brought me much closer to Srila Prabhupada. И я чувствую, что общение с Нараяной Махараджи через общение с Шри Прем Прайоджаном Прабху привело меня гораздо ближе к стопам, к общению с Шрилой Прабхупадой. There are certain things in our life that we don't forget the day that it happened. Временами мы сталкиваемся с такими событиями в жизни, которые мы никогда не забываем более. These memories are seared into our mind. Эти воспоминания, они просто глубоко остаются в нашем подсознании и никогда не стираются. So of course, I can remember like it was yesterday, November 14th, 1977. И, конечно, я помню 14 ноября 1977 года, как будто это было вчера. All of us around the world were following Srila Prabhupada's health and his progress for many, many months. В течение долгого времени весь мир, весь вайшнавский мир следил за здоровьем Шрилы Прабхупады. It was before the internet, but there was a certain Prabhupada internet that existed at that time.
То есть еще интернета в те времена не существовало, но это все передавалось как сарафанное радио. We would hear about the news of Prabhupada's condition, how he was preaching in London, as Maharaj was describing here, even though he was very ill. Мы слышали о проповеди Махараджа в Лондоне, несмотря на то, что со здоровьем у него уже на тот момент были большие проблемы, он был очень болен. Actually, he was in London trying to come to America to preach at Gita Nagari Farm. Он находился в Лондоне и хотел приехать в Америку для того, чтобы проповедовать на Гири Нагари ферме. Because he wanted to, as he said, establish Varnashram, because that was half of his mission. Потому что он сказал, что он хотел установить по всему миру систему Варнашрама. Это было частью его миссии, как он считал. But that wasn't to be, and he went back to Vrindavan. Но так этого не случилось. Он вернулся обратно во Вриндаван. And we would hear every day about the newest thing happening in Vrindavan. И каждый день мы получали новости о том, что нового случилось во Вриндаване. And although we knew somewhere in our hearts that Srila Prabhupada would leave us. И несмотря на то, что в глубине сердец мы знали, что Шрила Прабхупада оставит нас. It was inconceivable that he would actually go. На самом деле, это было непостижимым для наших умов, что он может уйти. So that day in November, when it was very cold. И в этот день, ноябрьский день, было очень холодно. And I was going out to the van with my partner to go on Sankirtan. И мы с моим другом, с моим партнером, мы отправились на Санкиртану на нашей машине. And they told us, please come back in, there's a big announcement. We really knew what that meant. И нас вернули, нам сказали, что у нас есть очень важное объявление, и мы уже предполагали, что это означает. So there are two big centers near there were two big Radha Damodar centers at that time. В то время было два больших центра Радха Дамодара. And so those of us who were in Kansas City, we drove to another city, St. Louis. И те, кто из нас находились в другом городе, отправились в Сент-Луис. Where all the Sankirtan parties from our traveling Sankirtan Radha Damodar party came together for a huge festival. Куда все члены нашей Радха Дамодар Санкиртана группы съехались вместе на огромный фестиваль. And I remember that I was so much in shock that there was not a tear until we sang Ye Anila Premadana. Я помню, что я был настолько шокирован этой новостью, что ни единой слезинки я даже не мог пролить до того самого момента, пока мы не начали петь Ye Anila Premadana. And then the realization that Prabhupada had left our vision became clear, and everyone was weeping. И потом все мы осознали, что Шрила Прабхупада оставил нас, и все просто рыдали. And we were all tough guys that are supposed to be beyond emotions because we were this brahmachari group. И все мы были такими группой брахмачари. Это означало, что все мы были как изваянные из камня, то есть такие сильные люди, но все мы просто плакали как дети. But we were so attached to Prabhupada through the process of distributing books. Мы были настолько сильно привязаны к Шриле Прабхупаде через процесс распространения книг, через совершение этой севы. I was initiated in 1975. Я был инициирован в 1975 году. And by that time the movement was very large. И к тому времени движение сознания Кришны уже разрослось до огромных размеров. And close association with Srila Prabhupada wasn't really something that most devotees had. И на самом деле в те времена уже было практически невозможно иметь близкое общение с Шрилой Бхактивинодой Свами Прабхупадой. I was swept up by Vishnu John Maharaj and Tamal Krishna Maharaj from Portland, Oregon at a temple there. Я больше общался с Тамал Кришной Махараджем и Вишну Джан Махараджем. I was going to this temple and they were stealing young men from all the temples. И я, они приехали в один храм, в котором я как раз находился, и они вообще на самом деле объезжали все храмы, и все сливки, всех молодых людей они за собой увлекали, забирали. They would tell all the young men who were just coming, don't go to the temples, become a brahmachari and join the buses. Всем юношам они говорили, не ходите в храмы, не будьте обычными прихожанами, становитесь брахмачари, присоединяйтесь к санкиртана группам. So I got on the bus for an adventure and never got off. И я забрался на приключенческий автобус, а ты больше никогда с него не сходил.
And things worked so fast in those days. Все просто катилось быстрым кобрем в те дни. Srila Prabhupada was he was on a mission to save the world. Srila Prabhupada находился на миссии спасения этого мира. So 5 weeks after I got on this bus. То есть через 5 недель после того, как я присоединился к движению, я уже был на автобусе в группе Сангиртаны. I was in another city and Srila Prabhupada was there and I remember seeing him for the first time come into the temple room from his morning walk. Мы уже находились в другом городе с санкиртанной группой, и мы услышали, что Шрила Прабхупада сейчас будет возвращаться с утренней прогулки в храм. Мы были в храме. And my first impression, like Maharaj, was he's so small, but he's so powerful. И мое первое впечатление, когда я его увидел, было таким, что он такой малюсенький, но такая силища от него исходит огромная. And I was so bewildered at the time. I mean, I couldn't tell what was going on. Я даже настолько был сбит с толку происходящим, просто как что-то меня накрыло, я даже не понимал, что происходит вокруг. But it's true. I felt he was floating as he walked in. Такая сильная энергия, но я чувствовал, как будто когда он вошел в комнату, как будто он не шел по земле, а как будто он просто как плыл. A couple weeks after that, I'd only been in the movement for 7 weeks. Srila Prabhupada initiated me in what was then the largest initiation in ISKCON history. Пару недель спустя случилось огромное, там целое огромное количество инициаций. Я был инициирован Шрилой Прабхупадой. It was in Chicago, Illinois. Это было в Чикаго. And he handed me my beads and he said, "Drishta das." И он держал мои четки, сказал, "Drishta das." Servant of one who sees Krishna everywhere. Слуга того, кто видит Кришну повсюду. So I just said, "This is my guru is the one who sees Krishna everywhere. I am his servant." Я сказал, ну знаете, это же вы мой гуру, кто видит Кришну повсюду, а я просто слуга моего гуру. For then the next 2.5 years. Between the time I was initiated and when Srila Prabhupada left the planet. И следующие 2.5 года до того момента, как Шрила Прабхупада оставил планету. My relationship with him was primarily one of this distributing his books as he wrote his books. It was this organic connection between us and our Guru Dev. Мои отношения с Шрилой Прабхупадой развивались следующим образом. Очень органичными они были, потому что Шрила Прабхупад едва успевал писать книги, мы едва успевали их распространять. Вот так выстраивались наши отношения. Он писал, мы это все выносили в мир. Our Guru Dev's Manobishtam was to get as many books into the hands of the people of the world as possible. Манобишти нашему Гурудеву, то есть служением глубочайшему желанию сердца нашего Гурудева было распространение, вручение этих книг как можно большему количеству людей на земле. And he was writing them so that each month the fifth canto would come out, the first one, and then the second one, and then the sixth canto came out, the first, and the second, and the third volume, like that. Он писал их такими партиями, мы слышали, пятая песня выходит, первый том, второй том, третий том, шестая песня выходит, первый, второй, третий том. And we were crisscrossing across the United States, just distributing his books everywhere, in every little town, any place with a supermarket or a shopping center. Мы исколесили всю Америку, все ее дороги переехали, приезжая даже в какие угодно места, даже в супермаркеты заходили и везде распространяли книги Шрилы Прабхупады. And Radha Damodar Party had 6 Greyhound buses with deities in each bus. И у группы Рады Дамодара было таких 6 автобусов, и божества были в каждом из них. And then we would send vans out with 4 or 5 brahmacharis in each van to places around the country. И мы высылали машины с группой санкиртан, там было по 5-6 брахмачари, они везде проезжали по всем штатам. And our whole goal in life was simply to get a Bhagavad Gita or a Srimad Bhagavatam or an Ishopanishad into the hands of many people. И целью нашей жизни на тот момент являлось передать Бхагавад Гиту, Шримад Бхагаватам, Ишопанишад тем людям, которых мы встречали. An example of probably the most ecstatic book distribution we did was after the Chaitanya Charitamrita had been published. И одно, пожалуй, из самых экстатичных распространений книг, это было распространение книг после того, как была впервые опубликована Чайтанья Чаритамрита. The Chaitanya Charitamrita was published
17 volumes in 2 months. Читание Чаритамриты было опубликовано 17 томов за 2 месяца. And if you listen to some of the devotees who were in the ISKCON press department at that time, they'll tell you stories about basically not sleeping for 2 months. Если вы услышите историю тех преданных, которые этим выпуском читания Чаритамриты занимались в течение этих 2 месяцев, вы услышите, что практически в это время они вообще лишились сна. Srila Prabhupada had, they have many pictures in these books, and Srila Prabhupada had 3 artists working on 1 picture at one time. У Шрилы Прабхупады, у него было несколько художников, 3 художников, которые работали над картинами в одно и то же время. But Srila Prabhupada really wanted the Chaitanya Charitamrita published because there was a mundane scholar who wanted to publish it, and he Prabhupada wanted his book to be the first one. И Шрила Прабхупада, у него такой был соревновательный дух, он хотел, чтобы его Чайтанья Чаритамрита непременно вышла первой, потому что был какой-то ученый материалист, который тоже хотел свою Чайтанья Чаритамриту выпустить. И Шрила Прабхупада ни в коем случае не хотел этого допустить, он хотел, чтобы его Чайтанья Чаритамрита была первой. So when the Chaitanya Charitamrita came out, we were in the middle of, it was the summertime of 1976. И когда первый сет Chaitanya Charitamrita был выпущен, это был август 76 года. And we were working state fairs, which are these big fairs in the United States, so lots of people go to. И мы посещали многолюдные места, места, где были огромные сборы людей. And Tripurari Swami, who was Prabhupada called the incarnation of book distribution, gathered all the Sankirtan parties. There were hundreds of us, literally, all together to do these fairs. И Трипурари Свами, которого Шрила Прабхупада назвал инкарнацией распространения книг, он собрал просто кучу дистрибьюторов книг, там были на столпы. And we had hundreds, maybe thousands, of these beautiful hardback gold Chaitanya Charitamrita to distribute. И у нас были сотни, может быть, даже тысячи экземпляров книг в золотой каемочке этих Chaitanya Charitamrita. And I asked Maharaj, I said, Maharaj, these books, they won't even be understandable by the people. Я сказал Махарадж, но эти люди, они вряд ли вообще даже поймут смысл того, что там написано. He said, "Don't worry. If they just touch the book, they're going to be benefited for eternity." Он сказал, не переживай, даже если они просто к этим книгам прикоснутся, они навеки вечные будут благословлены. And we, at these state fairs, we were given permission to work these fairs by the government because of America's First Amendment free speech. Мадеве, не понимаю. They were given permission to distribute books at the fairs because of the They can't stop us. Но им было fairs, я просто не знаю, что такое слово. Им было дано, короче, право распространять эти книги, что их никто не банил. But these fairs did not want us. С уровня правительства. Even though they had to let us there, they didn't want us there. Но даже несмотря на то, что разрешение у нас было, но никто нас видеть не хотел на самом деле. So at this one fair, they would make these announcements. Those persons who are distributing these books are not authorized by the Minnesota State Fair. You do not have to give them a donation. И на одной ярмарке нас просто жестко уже стали отсылать и сказали, что никаких ни даже ни про нами никто им никаких не даст, ничего не получат вообще. So Tripurari Maharaj says, you just tell them you're authorized. You tell them you're authorized by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ну и преданные они попытались как-то доказать, вот у нас бумага, вот нам все разрешено, а Трипурари Махарадж сказал, вы им не говорите, что вас правительство авторизовало, скажите, что Чайтанья Махапрабху нас авторизовал на эту миссию. So that was our mantra. We're authorized by Lord Chaitanya Mahaprabhu. And people would say, oh, fine. И когда они начали это говорить, что нас авторизовал сам Чайтанья Махапрабху, люди такие говорили, ну ладно, тогда нормально, проходите. And I remember giving one book. It was the book with Chota Haridas in the front. He had wings like an angel. Я помню, что на одной из оборотов книг, там, точнее, на обложке одной из книг был Чота Харидас с крыльями, как у ангела. To a young wife of a farmer. И я дал эту книгу юной жене фермера. Telling her this is a book about angels and about wonderful things in heaven. Я сказал, ну вот эта книга про ангелов, про то, что в раю вас ожидает. And so she gave me $20 and took it away, and then she became eternally benefited. Она дала $20, забрала эту книгу радостно домой и вечное благо получила.
So this was our Leela with Prabhupada, was to distribute these books, and that's how we felt connected to him at all times. Это была наша Лила Шилы Прабхупады, Лила распространения книг, это то, что давало нам чувство этой связи с ним на постоянном уровне. We also had a Leela that in the summertime when he would come, we would try to follow him and be whatever city he was in, we would go to. И также у нас была особенная Лила. Летом мы старались попадать туда, куда бы Шрила Прабхупад не приезжал. Мы старались все эти встречи не пропускать, присутствовать на них. So my group was actually assigned to the Midwest of the U.S. Моя группа должна была отправиться на Средний Юг, Юго-Восток, на Средний Запад, U.S. But when I heard that Srila Prabhupada was going to go to another city, it was Detroit, I just, without permission, I told my my bus leader, I'm going to Detroit. А потом я вдруг услышал, что Шрила Прабхупада туда не едет, что он едет в Детройт. И я просто никого не стал, ни у кого не стал спрашивать разрешения, просто там своему лидеру я сказал, знаете, я уезжаю в Детройт сейчас. He said, well, Tamal Krishna Maharaj doesn't authorize that, you know. Он сказал, ну, Тамал Кришна Махарадж это не благословляет такое. And I showed up in Detroit, and of course, Tamal Krishna Maharaj was always with Prabhupada. И я приехал в Детройт, Тамал Кришна Махарадж, он находился с Шрилой Прабхупадой всегда. And he said, Krishna, what are you doing here? Он сказал, а ты, Кришна, тут что делаешь? I said, "Well, Prabhupada's here, Maharaj, and I can't stay away from my Guru Dev." Я сказал, "Ну, Махарадж, что ты решил Прабхупад, я же не могу к своему Гуру Деву не приехать." He said, "That's all right, but you just better make your quota." Он сказал, "Ну ладно, но ты что?" Find a place to sell those books. А, ну найди просто место, где ты будешь распространять здесь книги. So we would do that. We would follow Prabhupada around, so we would hear as many classes we could hear from Srila Prabhupada. И таким образом мы старались в течение летнего периода времени преследовать Шрилу Прабхупаду, когда бы он только не приезжал, и таким образом приходить на столько много классов, насколько мы только могли попасть. That was my connection with Srila Prabhupada. Not so much personal, that he gave me a personal instruction, but that I could hear him and follow him. Это было моей связью, моими личными отношениями с Шрилой Прабхупадой. Не то, чтобы я прям очень много находился в личном его присутствии, но зато я имел такую возможность слушать от него лично Харикатху. But I did have two darshans with Prabhupada, close darshans, and one was in, both were in Mayapur, actually. Но у меня было два даршана Шрилы Прабхупады, достаточно близких. Один из них был в Майпуре. One was, I was with one of my... with a sannyasi member of the Radha Damodar party. Один из даршанов проходил с одним саньяси, он был членом нашей санкиртаны группы Радха Дамодар. And he said, well, Prabhupada's not, no one's in Prabhupada's room now. There are about four of us. He said, let's sneak in and see him right now. So we just went right in and see him. Нас было четверо, и он такой пришел и говорит, сейчас никого нет в комнате Шрилы Прабхупады, давайте просто туда проникнем. And Prabhupada was very gracious, and he was sitting there, and he was beginning to speak to us something I can't remember. И мы просто ворвались в комнату к Шриле Прабхупаде, он нас поприветствовал, и он начал просто с нами разговаривать так абсолютно естественно, я даже не помню, о чем он говорил. But I remember I was only about 6 feet from him, I could see him right there. Но я помню, я прям в паре метров его от себя видел, я прям вот помню отчетливо, так он передо мной. But immediately after we got there, this Bengali family came into the room, and Prabhupada wanted to see them. Но вдруг одна бенгальская семья вошла в комнату, и Шрила Прабхупада хотел с ними поговорить. And he just broke into a very animated Bengali conversation with this family. И он вдруг начал фонтанировать там разговором с этой бенгальской семьей. На бенгальском языке. И для нас это был иностранный язык, мы ничего понять не могли, ни слова. But when Maharaj got up to take us out, Prabhupada said, no, you sit there. It is beneficial just to sit. Но когда Махарадж, он уже поднялся, он понял, что время уходить, что сейчас Шрила Прабхупада занят разговором с другими людьми, но Шрила Прабхупада остановил его рукой и сказал, нет, для вас уже благоприятно то, что вы просто будете здесь сидеть. Because Prabhupada knew that just being with him. То, что Прабхупада знал, что это очень ценно даже для нас находиться просто так с ним, то, что это, нас это очищало. So I can tell you that I memorized his hand motions and his moving his head for the next 20 minutes, although I couldn't understand a word he was saying. Я просто наблюдал уже за и то, что у меня осталось в памяти, движение его головы, его рук, но ни слова я разобрать не мог из того, что он говорил тогда. The other time I had
personal connection with Prabhupada, but Tamalkrishna Maharaj lined us all up with flowers to stand before Prabhupada and introduce each one of us very quickly as Prabhupada came, like he was reviewing the troops, so to speak. В другой раз Тамакришна Махарадж просто выстроил нас в линию, всунул каждому в руки пушку и очень быстро, так отрывисто, он представил нас Шриле Прабхупаде. So he would introduce one, and this is Vishnu Das, this is Drishta Das. Это вот Вишну Дас, Дришта Дас, такой-то, сякой-то. And we had one bhakta, his name was Dog. У нас был один бхакта, его звали что, собака, Dog? That's D-A-G, it's a Danish name. Dog, его звали Dog, это датское имя. And so he said, this is Bhakta Dog, and Prabhupada said, Dog? And his eyes got very big. Он сказал, это Бхакта Дог. А Шрила Прабхупада сказал, что собака, Дог? И глаза у него так расширились. And he said, no, Prabhupada, that's his name, it's D-A-G. Не-не-не, это не собака, это его Дог зовут, он не Дог. So we felt very fortunate to have this connection with Prabhupada, doing his work of distributing his books. И мы чувствовали себя очень счастливо благодаря тому, что мы могли выполнить вот эту сферу распространения книг Шрилы Прабхупады, потому что это было отношениями нашей связи с ним, так выстраивалась наша связь с ним. And of course, we tried to carry on in the years after that, and we did with some effort and some success. И, конечно, годы после, уже спустя, мы старались продолжать эту миссию Шрилы Прабхупады, и, разумеется, у нас был какой-то успех. But of course, when the pure devotee leaves, there's always some problem because no one can replace the mercy of the pure devotee's glance and his association. Но, конечно же, когда чистые преданные уходят, то уже все становится совсем не так, потому что без его присутствия что-то теряется, что-то утрачивается, без его взгляда, без его улыбки, без общения с ним. So those of you who are young and you're now serving your Gurudev, who's young, you could have many, many years serving your Gurudev. You are so fortunate. И поэтому вы очень удачливы, такой возможности. Вы молодые, у вас много сил. Ваш гуру молод, у него тоже много сил. Вы благословлены этой возможностью находиться рядом с таким вайшнавом, получать это близкое общение с ним. But as Maharaj said, the guru is one. Но как Махарадж сказал, что гуру один, но проявляет себя во множестве форм. And so the same energy that I felt with Srila Prabhupada when I was young. И та же энергия, которую я чувствовал, когда я был молодым, с Шрилой Прабхупадой. I feel the energy in this sangha. Я тоже в этой же санге, в этой группе, я вижу ту же самую энергию. So great things will be done in Поэтому this sangha. Великие вещи будет делать эта санга. I'm hoping somehow or other that Sri Prem Brooch and Gurudev, we can write, have him publish his lectures so that he has many, many books to distribute around the world. Я надеюсь, что в скором будущем мы будем работать над выпуском книг Шри Прем Прабхуджана Прабху для того, чтобы распространить их по всему миру, что у Гурудева появятся книги, я надеюсь. Because in our line, coming from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, we are a sangha which publishes the great literature of Krishna consciousness. Потому что находясь в линии Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Такура, мы являемся той сангой, которая публикует огромное количество книг. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Гурудев ки джай. Для блага всего мира. Om Agyanati Virandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurim Miritamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Nabhutare Svayam Rupa Kadame Amavafanita Svapadam Itikam
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Vinayi Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Prashatyadishatayini Shri Guru Vandana Kori Tanaracharanadori Shri Bhakti Vedanta Prabhupada Arayata Shiksha Guru Sabivansha Kalpataru Kripa Kuru Kuchaka Vishada Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vada Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare So today we are observing the most astonishing day of the disappearance of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сегодня мы празднуем этот удивительный праздник, день ухода великого Вайшнава Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. It is a very astonishing day because it is very sad as those who have attachment for Srila Prabhupada say. Это удивительный и также очень грустный день для тех личностей, кто были привязаны к Шриле Прабхупаде. But it is also a beautiful day. Но также это и красивый день. Because it is the disappearance day for us. То, что для нас это день ухода. But Prabhupada is going back to Shri Vrindavan Dham in the spiritual world. Но Шрила Прабхупада отправился во Вриндавана Даму, в духовный мир. How do we know? Как мы это знаем? Откуда? No pure devotee has ever said he's going back to Radha and Krishna. Никакой чистый преданный он не будет говорить, что я сейчас ухожу обратно к Радхе и Кришне. But by Vani we can understand. Но через Вани, через учение, намеком мы можем понять. By suggestion that means Prabhupada said once. Krishna asked me, "You please go to the material world." То есть чистый Вайшнав он так между строк говорит. Шрила Прабхупада говорил, Кришна попросил меня прийти в этот материальный мир. So in that way, Prabhupada revealed himself that Krishna asked him to come. Так Шрила Прабхупада являет, что Кришна попросил его прийти. So his whereabouts are not unknown. He revealed himself that Krishna asked him to come. То есть он являет эту истину, что Шри Кришна из духовного мира попросил Шрилу Прабхупаду прийти в этот мир. So that means when he's leaving us, he's going back. Это означает, что когда он уходит отсюда, то он отправляется туда. It is natural. Это естественно. Prabhupada told this once when there was a group of few devotees and one of our god brother, Bhavananda Maharaj, was the person who was like the elder devotee there, and he related that those words of Srila Prabhupada. Однажды, когда мы находились с группой преданных, то один преданный Бхавананда Махарадж, он сказал эти слова в отношении Шрилы Прабхупады. It was in relation with the books of Prabhupada. Prabhupada was explaining that those books were not ordinary, and he explained that Krishna asked him to come in the material world. Это касалось книг Шрилы Прабхупады и тех книг, которые он перевел и опубликовал. Он сказал, что книги эти необычные, но сам Шри Кришна попросил меня прийти в этот мир для того, чтобы распространить их этому миру. Of course, he was not in the personality of Prabhupada, but he was in his personality as an eternal servant of Radha and Krishna there in the spiritual world. Конечно, в этом состоянии сознания он не воспринимал себя как Свами Прабхупаду, но он воспринимал себя как вечную спутницу Шри Кришны в духовном мире. Very beautiful personality. Prabhupada said, if you saw me, you would faint. Очень красивые личности был Шрила Прабхупада. Он даже сам как-то сказал, что если бы вы меня увидели там, в духовном мире, вы бы просто упали без сознания. So Prabhupada replied, of course, we say Prabhupada because Prabhupada did not reveal his eternal identity, so we use the word Prabhupada, but
he was a beautiful young personality, and he said, "Oh no, I don't want to go." И мы говорим Шрила Прабхупад, потому что сам Шрила Прабхупад, как и любой чистый вишнав, он не будет открывать свои личности, но мы знаем, что он является прекрасной, очень красивой, юной гопи, которая пришла в этот мир. In that way, Prabhupada indirectly was explaining that who wants to go away from their beloved masters. Так Шрила Прабхупада, он косвенным образом давал понять, что он никоим образом не хотел оставлять своих возлюбленных Радху и Кришну. So in that way, we understand that first the attachment is to our masters, our Ishtadev, Radha and Krishna. Так мы можем понять, что первая наша привязанность к нашему духовному учителю, потом к нашему Иштадеву, к Радхе и Кришне. Of course, for us, we are sadhakas. Our attachment should be to our Sri Guru Dev. He is everything for us. Разумеется, наша привязанность в первую очередь она должна быть направлена на нашего Гурудева, потому что мы являемся садаками, мы практикующие личности в этом мире. We don't know, at least for me, I don't know Nityananda Prabhu, Gadadhar Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha and Krishna. We know only our Gurudev, he saved us. Мы не знаем ни Нитянанду Прабху, ни Гададхара Пандита, ни Радху Кришну. Мы знаем, что вот передо мной мой Гурудев, вот эта личность меня спасла, его мы знаем. So we should first have this, that attachment for our Ishtadeva, our Sri Gurudev. Поэтому первая привязанность у нас должна быть к нашему Ishtadeva, к нашему духовному учителю, Гурудеву. But in the spiritual world, Prabhupada was manifesting. First, he had so much attachment for Radha and Krishna. Так что Прабхупада, он являл, что первая его привязанность, она к Радхе и Кришне. And all the парикарс, our friends in the spiritual world. И все парикары, все друзья в духовном мире. But Krishna replied, but someone has to go to write those books. Но Шри Кришна, он ответил своей Прабхупаде в его гопи форме, но кто-то же должен отправиться на миссию в этот мир, кто-то же должен распространять эти книги. And then at that time, that very dear Sakhi of Radha and Krishna could not do anything else but go. И тогда этой дорогой Сакхи Раде и Кришне ничего не оставалось, кроме как отправиться в этот мир. At that time, there always, but at that time, that special Tathat Bhava Ichamai manifests in the heart what Krishna is feeling, that please go and save the conditioned souls in this world. Then that feeling of compassion also comes in the heart of that Parikar, who is asked, requested by Radha, Krishna, Nityananda Prabhu. И тогда это таттатбавачимая, это желание услужить своему дорогому возлюбленному Кришне, оно начинает возобладать в сердце, и ты понимаешь, что да, я готова отправиться из милосердия к этим падшим душам этого материального мира. So that emotion that was coming, rising in the heart of Krishna, that please go and save this. То есть эта эмоция, которая зародилась изначально в сердце Шри Кришны, эта гопи, она почувствовала, что для нее просто невозможно оставаться там, где она есть, она почувствовала, что это ее миссия, что она должна прийти в этот мир и исполнить желание Кришны. So that emotion comes in the heart of the Nitya Parikar, and they just are full of compassion and they go also out of love for the Ishtadev. Так эта эмоция сострадания Шри Кришны к душам, она приходит к спутникам Кришны в их сердца, в гопи, к Нити Сиддхи Гопи, и так они приходят в этот мир, также из сострадания к падшим душам этого мира. So we have to understand the big lesson here is that when we go out, it's very important we go out, but we should have pray that we become very attached to the service of our of the Hari, Guru and Vaishnava before we even start to think that we are going to help others. И когда мы отправляемся куда-то на проповедь, когда мы собираемся кому-то помочь, то мы прежде всего должны иметь в голове, что кому мы служим нашим Хари, Гуру, Вайшнавам. Of course, we... But
you are going to miss your brother. So we have to make sure that in all our endeavors, our first motivation is to please Hari Guru and Vaishnava. Мы должны положить себе руку на сердце и проверить, что в любых своих деяниях для нас главной мотивацией является доставить удовольствие Хари Гуру и Вайшнавам. And that attachment to pleasing Sri Guru Hari Vaishnav makes us developing some loving attachment to Hari Guru and Vaishnav. Это привязанность к тому, что мы в сердце стремимся доставить удовольствие Шри Хари Гуру и Вайшнавам, действительно выстраивает эту тонкую связь наших отношений с Хари Гуру и Вайшнавами. And as a natural development or attached emotion, compassion for the conditioned souls manifest. И тогда естественным образом мы начинаем испытывать сострадание ко всем обусловленным душам этого мира. If we have some other the emotion that we are compassionate to others, but we have no attachment for Hari Guru Vaishnav, to our Ishta Dev, to our Shri Guru Dev, then maybe that compassion is not real compassion. Если мы думаем, что у нас есть какое-то сострадание к людям этого мира, но нет привязанности к Хари Гуру и Вайшнаву, к нашему Ишта Деву, к нашему Гуру Деву, то, скорее всего, это что-то другое. Мы делаем это не сострадание никакое. Actually, it's a cheating. We are cheating ourselves. Not totally compassion at all. It's just some desire for name, fame. На самом деле, это мы просто занимаемся самообманом. Мы лицемерим, мы желаем славы, почести, денег, признания, но мы не испытываем сострадания к людям этого мира, если не имеем этой привязанности в сердце. So we have to understand Prabhupada gave us a glimpse of his motivation, why he came, because Krishna wanted. Поэтому мы должны понять, почему Шрила Прабхупада пришел в этот мир, потому что это было желанием Кришны. Of course, we are discussing about that, just like if we were there, but Prabhupada told it, so we just share it with you. И, конечно, мы могли бы этого не знать, но Шрила Прабхупада сам на той встрече он поведал нам об этом, поэтому я делюсь с вами этим сегодня. But to confirm that motivation on the level of this Prakatlila, he said, "My Guru Dev sent me also to the West." Но также для того, чтобы заручиться этой поддержкой своего появления в Прокатлиле, в этой проявленной лиле Господа, он также сказал, "Мой Гуру Дев прислал меня сюда." So in that Prakatlila, Prabhupada was in Shri Vrindavan. И в этой Прокатлиле Прабхупада был в Шри Вриндаване. He was very happy. Он был очень счастлив. Chanting Harinam. Воспевал Харинам. At the lotus feet of Radha Damodara. И жил у лотосных стоп Шри Рады Дамодара. In Seva Kunj. На Сева Кунже тоже. At the lotus feet of Rupa Goswami. У лотосных стоп Шри Рупа Госвами. Jiva Goswami. Jiva Goswami. And then again heard the instruction, "You go." И затем снова он услышал наставление: "Отправляйся на запад." It was a beautiful voice in Radha Damodara. В Раде Дамодаре он услышал голос. You should take sannya. Ты должен принять саньясу. Abe Charavinde, why you're still here? You should go in the west. Чила Бхактистан Сарасвати Такур сказал, Абай Чаранаравинда, почему ты все еще здесь? Ты должен отправляться на миссию на запад. So that was, Prabhupada was surprised, who is speaking like this? Then the voice was again expressed. Prabhupada очень удивился, кто это меня зовет, что это за голос, он не понимал. Heard again, Abhay Charavinde, you please go to the west. What do you do still here? И снова он услышал призыв этого голоса, он сказал, этот голос сказал, Абхай Чаранаравинде, что ты здесь делаешь, отправляйся на запад. So he went to where the voice was coming and he saw it was there where there is the samadhis and there is the samadhi of his Guru Maharaj Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur and he understood that was the voice of his Guru Maharaj. И на территории Рады Дамодара там есть место, где находятся самадхи различных вайшнавов, и он пошел на голос и увидел своего духовного учителя напротив его самадхи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Он понял, что это его духовный учитель повелевает ему отправиться на запад. So Prabhupada was again like this reminded that I have also to give up this bhajan study, that bhajan place of Shri Vrindavan and go to the west. Снова Прабхупаде таким образом напомнили, что он должен оставить эту Шри Вриндавана Даму и отправиться на запад. So first Prabhupada
meant that very astonishing sacrifice of giving up the company of Radha Shyam Sundar in the spiritual world. И Шрила Прабхупада настаивал это прекрасное общение Радха Шьям Сундара в духовном мире. This is no small sacrifice. Это не какое-то маленькое такое, не маленькая жертва. And then in Shri Vrindavan, but of course he was meditating constantly because he received that order long time before from his Guru Maharaj in 1922. И затем в Шри Вриндаване Даме он уже медитировал на эту миссию, на ее исполнение, потому что в 1922 году он получил этот наказ от своего Гуру Махараджа отправиться на Запад. Поэтому все эти годы, даже во Вриндаване-даме, он продолжал медитировать на эту миссию. So in 1922, when he first met his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he received that request, that instruction, that it was an invitation. Srila Bhaktisiddhanta said, you are so intelligent boys, why you don't preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in the English language? В 1922 году, когда впервые Абхай Чарнаравиндра встретился со своим духовным учителем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такуром, то тот обратился к нему со следующими словами. Он сказал, ты такой юный, ты настолько образованный, почему бы тебе не проповедовать миссию Шри Чайтанья Махапрабху в западных странах? So he was meditating on that order of his Guru Maharaj, and again he was hearing that voice, so the mood of being so happy doing his bhajan in Vrindavan was shaken also, and he remembered that now he has to start his journey to the west. И поэтому Шрила Прабхупада до этого он помнил о своей миссии, но снова ему о ней напомнил голос своего духовного учителя, и он помнил, что надо оставить свой баджан стали, место, где он совершал свою каждодневную садну, отправиться на запад для того, чтобы даровать сознание Кришны там. So Prabhupada again made that big sacrifice of giving up the not just the peaceful life of Sri Vrindavan, the very happy life of Sri Vrindavan. И Шрила Прабхупада снова принес жертву того, что он оставил эту счастливую жизнь в Шри Вриндаване Даме, оставил свой баджан там. And then he went to Kolkata and boarded the boat Chaladuta and went to the west. И затем он отправился в Калькутту, переплыл через Чаладуту и отправился в Америку. So this is a great, great sacrifice that Srila Prabhupada made to please his lords and masters. Поэтому это величайшая жертва, на которую Шрила Прабхупад пошел для того, чтобы доставить удовольствие своему Господу, повелителю. And infused with intense compassion, came to America. Будучи переполненным, исполненным состраданием, он прибыл в Америку. And he had written those books, and he came with those books, the Srimad Bhagavatam, the first canto. И он прибыл с книгами, с Шримад Бхагаватам, первой песню. And he arrived in USA, Boston. Он корабль прибыл в Америку, в Бостон. To distribute this knowledge of Krishna consciousness all over the world. То есть таким образом Шрила Прабхупада собирался даровать сознание Кришны всему миру. So we discussed last year how in his books Prabhupada has put so many nice, astonishing jewels. В прошлом году мы обсуждали с вами, как в своей книге Шрила Прабхупада вложил бесценные, удивительные, драгоценные камни трансцендентного знания. What is the ultimate conception of spiritual life? Обсуждали высочайшую цель духовной жизни. And we can just remember another nice conception that Prabhupada put in his books. Мы можем вспомнить одно из учений, которое Шрила Прабхупада также вложил в свои книги. Sometimes we wonder where is the art of Prabhupada. Это было искусством Шрилы Прабхупады. But in the ninth canto of Srimad Bhagavatam, the last chapter, in one of the last verse, is writing some very beautiful purport in which he is taking the side of the Vraja Gopis. В девятой песне Шримад Бхагаватам, в одной из последних глав, одним из последних стихов, он описывает Браджа Гопи. In that ninth canto, Prabhupada is explaining that now we are reaching the tenth canto. В девятой песне, под конец девятой песни Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада в комментариях пишет, что сейчас мы приближаемся к началу десятой песни. All the cantos represent different
different position in the different limbs of the of Krishna. Каждая из песен Шримад Бхагаватам представляет определенную часть тела Шри Кришны. And the first canto are the lotus feet of Krishna. Первая песня Шримад Бхагаватам это лотосные стопы Кришны. And every canto is going up like this. И каждая из последующих песен поднимается по его телу выше и выше. And the 10th canto is the beautiful lotus face of Krishna. Десятая песня это прекрасное лотосоподобное лицо Шри Кришны. So at the end of the 9th canto there is a beautiful verse of Srila Shukadeva Goswami who is describing the beautiful lotus face of Krishna. И в конце девятой песни Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами описывает прекрасное лотосоподобное лицо Шри Кришны. Do you know that verse by heart, I need to say? I don't remember. You have it here? Okay. Yeah, that's this one, yeah. So in that verse, in that 924, no, it's okay. 9:24-65. So in that verse, Shukadeva Goswami is describing the beautiful lotus face of Krishna. В этом стихе Шукадев Госвами описывает прекрасное подобное лотосу лицо Шри Кришны. And he's describing how the gopas and the gopis they are so much attracted by the beautiful lotus face of Krishna. Описывает то, как и гопы, и пастухи, и юные пастушки, они очарованы красотой лика Шри Кришны. And in the last line of the verse, Shukadev Goswami says Nara Nari. That means the gopas, the men and the women in Braj are very much attracted to the lotus face of Krishna. И в последней линии этого стиха Шукадев Госвами говорит Нара и Нари, что и пастушки, юные, и пастухи, друзья Кришны, они очарованы красотой его лица. And when they cannot see Krishna, even for a moment, then they become so unhappy. И даже когда на мгновение этот лик Кришны исчезает из их поля зрения, они сразу чувствуют себя несчастными. So in that purport, Prabhupada is explaining his ecstasy that now the 10th canto is coming. It will be describing all the beautiful pastimes of Krishna, and especially his beautiful form and sweet lila, his beauty, astonishing beauty, and the beauty of his lotus face, especially. И в комментариях Шрилы Прабхупады он начинает описывать, что сейчас мы находимся на подступах к десятой песне Шримад Бхагаватам, где будет описана удивительная деятельность Шри Кришны, его прекрасные лилы, его прекрасная форма, его прекрасные качества, его прекрасное лицо. And the habitants of Braj, they are so unhappy, even of their eyelids, because why the Creator has created those eyelids, they block us from seeing Krishna for even a small moment. Жители Враджи, они начинают произносить проклятие своим векам, говорить, что эти веки, они мешают нам, они препятствуют даршану Шри Кришны, потому что мы постоянно моргаем. So Prabhupada, the purport is actually giving a rendering of the verse of Gopi Gita again, because actually through all his books, Prabhupada is quoting Gopi Gita. Just regularly. И Шрила Прабхупад, он приводит цитату из стиха из Гопи Гиты. На самом деле мы видим, как Шрила Прабхупад очень любит вставлять здесь и там в различных комментариях стихи из Гопи Гиты. So this Gopi Gita is the highest ecstasy of that the gopis are manifesting in separation of Krishna. В этой Гопи Гите Браджагопи они являют нам настроение величайшее экстатическое настроение в разлуке с Кришной. And the gopis are saying that every day, at the end of the day, when you come back from the co-pasture with the cows, you are coming and you are so beautiful. You give us again and again your darshan. И гопи говорят, о, Кришна, ты настолько прекрасен, когда ты каждый день, каждый вечер возвращаешься с пастбища, и ты одариваешь нас своим даршаном, ты невероятно красив в этот час. Your face is beautifully decorated with curly black hair. Лицо твое обрамляет прекрасные локоны твоих вьющихся волос. And you are dusted with the cow's dust that
they raised by going back to the village of Vrindavan. И когда корова возвращается обратно с пастбища в деревню Вриндавана, то своими копытами они вздымают пыль, и эта пыль она прилипается к твоему вспотевшему лицу. Oh, the beauty of your lotus face is so extraordinary. Красота твоего лотосоподобного лица экстраординарна. But we have our eyelids. Oh, what this foolish creator has done! Why he created those eyelids that block us from seeing your beautiful face? Но зачем только провидение наделило нас этими веками, которые постоянно препятствуют нам к тому, чтобы мы смотрели на тебя? So Prabhupada is giving. In English, the rendering of that verse in Gopi Gita, Atatiyad Bhavan Anikananam Dutiyugayate Dvamapashyatam Kutilakuntalam Shimukanchate Jaraudikshatam So Prabhupada is giving that ecstasy of the gopis as his own ecstasy in that purport. И Прабхупада он цитирует эти экстатические эмоции, которые испытывают браджа гопи, но проецируя их на себя, выражая свои собственные чувства. In this way, Prabhupada is showing where is his heart. Таким образом, Шрила Прабхупада являет свое сердце. But there is something special at the end of the purport. Но в конце комментариев есть нечто особенное. In the verse, Shukadev Goswami says, "Nara nari, the gopas and the gopis." А Шукадев Госвами в конце стиха, в самой последней линии, говорит "Nara и nari, юные пастухи и пастушки." They have that very intense love, and they cannot tolerate not seeing for a moment the beautiful lotus face of Krishna. Испытывая сильнейшую, интенсивнейшую любовь к Кришне, они не могут стерпеть моргание своих глаз, потому что эти веки они препятствуют даршану Кришны. Vishwanatha Chakravarti Thakur in his Tika says that Nara means the special Priyanamasakas, the gopas who are very close to Krishna and who have touching this Mahabhava of the Raja Gopis. Шрила Шанчакравич Такур говорит, что слово Нара обозначает Приянармасаков, мальчиков-пастушков Шри Кришны, которые до некоторой степени могут прикоснуться к Маданаке Махабаве. Махабаве, Махабаве. And he's saying also these feelings of the eyelids blocking their vision was there in the Priyanamasaka, they are touching it, but the gopis especially, they have that feeling. И в большей степени это препятствование видению даршана, оно касается расстройства, которое испытывает браджа гопи, но также из-за того, что эти приянармасаки, им не чуждо это махабава, поэтому они до некоторой степени тоже испытывают чувство горести от того, что не могут получать полноценный даршан Кришны в силу моргания веками. But Prabhupada says something little bit different. Но Прабхупада говорит нечто отличное от этого. Это говорил Шрила Вишванчакарвич Такур. Actually, he doesn't speak about the sakas. Он не говорит про мальчиков-пастушков. And actually, he's speaking about the sakas, but supporting the gopis, I would not say against the sakas, but way above the sakas. Он говорит уже даже не то, что против саков, но он просто идет гораздо дальше мальчиков-пастушков. Просто промахивается. So he takes position for the gopis. То есть показывает больше в сторону гопи, открывает, дальше, says, что настроение гопи превалирует в данном случае. He says that, and we can see that the gopis are much more interested in examining the beauty of the lotus feet of the lotus face of Krishna than even the sakas. То есть он говорит, что мы видим, что браджа гопи им даже гораздо более интересно высматривать эти детали прекрасного лика Шри Кришны, они больше в этом заинтересованы, чем гопы. And even they are even more interested than even Mother Yashoda. И они больше в этом заинтересованы даже, чем мама Яшода. So the gopis are extremely interested. So Prabhupada is taking position in favor of the gopis. Compared to the Sakaras,
And Mother Yashoda Vatsalyala. Поэтому мы видим, что Шрила Прабхупада так показывает свое пристрастие именно к Браджа Гопи, то есть он говорит, что больше всего заинтересованы в созерцании лика Шри Кришны не пастушки, не мамы Яшоды, не те, у кого Ватсали раса, но те, у кого Мадури раса, это Браджа Гопи. So in that way we can understand what is the heart of Prabhupada. Так мы можем понять сердце Шрилы Прабхупады. So on that special day of the disappearance day of Srila Prabhupada. Этот особенный удивительный праздник день ухода Шрилы Прабхупады. Which is like the final lila, you know, after 1, 2, 3, 4 months of intense sickness lila and a very moving lila where Prabhupada is going through intense sickness and going to departure to go or not to go from this world. Последние 3-4 месяца Шрила Прабхупада являл лилу болезни, очень серьезной болезни, было абсолютно непонятно, он останется в этом мире или он покинет этот мир. Шрила Прабхупада has shown something special. И Шрила Прабхупада явил нечто особенное в эти дни. Because as we have discussed last year and now again shared those astonishing jewels that Prabhupada has put in his books. Потому что, как мы в прошлом году обсуждали, тоже те драгоценные камни, жемчужины, которые Шрила Прабхупада вместил в свои книги. Prabhupada said that they are like jewels and precious stones that a mother puts in a locket for when her small daughter is going to be grown up, and then she will be able to open the locket and find all those jewels. Прабхупада сказал, что в этих священных писаниях в них содержится огромное количество драгоценных камней, жемчугов, различных украшений, которые можно сравнить с тем, как любящая мать, она складывает в сундучок, который собирается отдать своей дочери в день ее свадьбы. So all those jewels are spread all over the books of Srila Prabhupada. Все эти книги мы можем обнаружить в сокровищнице книг Шрилы Прабхупады. Like in a locket, and it is locked. То есть они закрыты для нас, под замочком находятся. But in those final pastimes, Prabhupada revealed where is the key. И в те финальные свои лилы Шрила Прабхупада явил нам, где находятся ключи, с кем он их оставил. Now today Prabhupada is leaving, he has left now, he has left this morning, he has left this world, so he left the key somewhere. И утром этого дня Шрила Прабхупада оставил этот мир, и с кем он оставил ключи, где он их оставил? And this is the final thing, the mission was totally final, accomplished, everything perfect, exceptional, no mistake. И все, не было никаких ошибок, миссия была выполнена, все было сделано совершенно. Nothing missing. Не было ничего, что было бы упущено. And the last final thing that he had to do before going. И последнее, что ему надлежало сделать перед уходом. Is to reveal the association of the expert devotees. Это явить общение с искусными преданными. Prabhupada wrote it in his Upadeshamrita. Шрила Прабхупада написал в своей Упадешамрите. Thus, for those who want to take shelter of Sri Vrindavan, they have to approach an expert devotee. Те, кто хотят принять прибежище в Шри Вриндавана Дхаму, они должны прийти к опытному вайшнаву. That was the ultimate objective of Srila Prabhupada. Это было такой вектор, который указал нам Шрила Прабхупада как финальную цель такую. To give us наше направление. To give us that Vraja Ras, Vraja Bhakti, culminating especially into that Gopi Bhava. Даровать нам Vraja Rasu с кульминацией Gopi Bhava. That is the Tatparya, like Prabhuji would give a nice class. Так как Tatparya, Prabhuji дал хороший класс в Анандадаме. This year or last year. Прошло. The Tatparya, the final objective. Tatparya, финальная такая цель. The service of Shrimati Radhika. Служение Шримати Радике. And he revealed the personality of that expert devotee. Он явил личности этих опытных преданных. And this is during that time that Srila Prabhupada introduced Srila Narayan Maharaj Gurudev. Тогда Шрила Прабхупада упомянул имя Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. To his movement, ISKCONа. То есть он открыл эту личность движению ISKCONа. He did it in a very discreet way because Prabhupada knows many devotees, they are not maybe qualified now or they don't want this so much. But the Tatparya, the final objective is to attend that service of Srimati Radhika. So Prabhupada could not just miss one
thing. Шрила Прабхупада, он не сделал это открыто, но намеком Таттари, он так начертал дорогу, он показал, потому что это в итоге то, чего хотят достичь все Гауди Вайшнавы, это и финальный Гопи Бхава. So he revealed and invited Шрила Нараяна Махараджа to come in so many different ways, but especially ask him to come to visit him, and he asked his disciples to bring Шрила Нараяна Махараджа. And then when Шрила Нараяна Махараджа came, he had already so much relationship, but just revealed it, and he asked him, please take care of my disciples. У Шрилы Прабхупады уже были глубокие отношения с Шрилой Бхактивинодой Нараяной Госвами Махараджем, но он просто пригласил его и сказал, вот мои преданные, пожалуйста, позаботься о них. Он так представил его публично. He had requested so many times before to Шрила Нараяна Махараджа to come and preach in the West. Множество раз он приглашал Нараяну Махараджа приезжать, проповедовать на Западе. He took the hands of Шрила Нараяна Махараджа in his own hands, and Шрила Нараяна Махараджа was saying that he was crying and he was holding his hands. He was taking, please, saying, please take care of my disciples. Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж свидетельствовал о том, как Шрила Прабхупада взял его за руку, и со слезами на глазах он просил, пожалуйста, езжай на Запад, позаботься о моих учениках. And he asked him, please also give me samadhi with your own hands. Он сказал, пожалуйста, помести меня в самадхи своими собственными руками, проведи мои финальные церемонии прощания. That may be some external ritual to give samadhi to someone, but actually, it is not so much external. На самом деле, кто-то может сказать, ну это какой-то внешний ритуал, не особенно важный. На самом деле, это очень внутренний ритуал помещения вайшнава в самадхи. When such a great personality as our Gurudev Srila Prabhupada is asking someone, please give me samadhi with your own hands, he says many, many things. Когда такая великая личность, как Свами Прабхупад, он просит нашего Гурудева Нараяну Махараджу помести меня в самадхи, проведи все последние церемонии устроения самадхи, то это очень много вещей значит, это очень сокровенно. That means he had so much trust in Шрила Нараяна Махараджа. Это означает, что у него огромный кредит доверия Нараяне Махараджу. So much affection. Столько любви. So much love. Столько привязанности. So that's how Srila Prabhupada, during that final lila, he introduced that final aspect of bhakti, the association of the pure devotee. Как Шрила Прабхупад дал свои финальные наставления о важности общения с чистым преданным. Он просто как поставил это на пьедестал важности. That's the big lesson of that final pastimes, actually, over these 2-3 last months in Vrindavan. Это большой урок финальных лил Шрилы Прабхупады во Вриндаване, который мы можем вынести для себя о важности следования по стопам чистого вайшнава. Джай Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Нараяна Махараджа ки джай, Шри Гурудев ки джай. This is very important, this lila, because in spiritual life, and especially to attend Shri Brajaras, we have to have the company of the pure devotee. Эта лила очень важна, потому что для того, чтобы мы обрели враджарасу, общение с чистым преданным является самым важным. Кришнадас Кавираж Госвами explains in Chaitanya Charitamrita that Krishna Bhakti Janma Mula Hoy Sadhu Sangha, Krishna Prem Janme Teno Mukhya Anga. That to have this Krishna Bhakti, we need absolutely the association of the pure devotee. Шрила Кришнадас Кавираж Госвами Пад Чайтанья Чаритамрита говорит, что для того, чтобы обрести Кришна Бхакти, Саду Санга, общение с чистым преданным для нас является абсолютной необходимостью. And when we have progress in Krishna Bhakti, then we're gonna reach Prem Bhakti, then again, that sadhu sangha is most essential. И когда мы достигнем совершенства, совершения нами практики бхакти, но все равно, даже переходя на уровень премы, садху санга остается наиважнейшим принципом. So today, Srila Prabhupada now is going back to the spiritual world. Сегодня Шрила Прабхупада вернулся обратно в духовный мир. So it is very sad for us, but it is such a happy day for him and for all the
as the Vrajabasi there in the spiritual world. Для нас это грустный день, а вот для всех Vrajabasi в духовном мире это день счастливый. So we are not very qualified. Мы не очень квалифицированы. We are so weak. Мы слабы. So many things, but if we can just all the dhoti of Srila Prabhupada. Если мы просто можем ухватиться за дхоти, за край одежды Шрилы Прабхупады. All very tightly his lotus feet. Ухватиться так крепко за его лотосные стопы. Then he will just walk, and we just have to hold and not let go. Don't let go. Он просто будет идти, а вы не отпускаете, вы держитесь. Then we'll just find ourselves in Shri Vraj Bhumi Vrindavan. Так мы себя и обнаружим в Шри Вриндавана Даме. So that's the final lesson of this last day of the disappearance day of Srila Prabhupada. Это финальный урок на день ухода Шрилы Бхактивинода Свами Прабхупады. Srila Prabhupada is not a small Prabhupada. Шрила Прабхупада, он не какой-нибудь маленький Прабхупада. He is only the Prabhupada of just few Или средний Прабхупада. Для нескольких личностей. He's actually the Prabhupada of everyone. Он Прабхупада для всех. All masters are sitting at his lotus feet. Все Прабху сидят у его лотосных стоп. Все великие личности. Prabhupada of all his disciples, his Diksha disciples and his Shiksha disciples. Он Прабхупада всех своих Дикша учеников и Шикша учеников. Для всех прибежища. So on that day revealed the best of his disciples, his Shiksha disciples, and Priyabandhu Srila Narayan Goswami Maharaj, Shri Gurudev. В этот день мы видим, как был открыт, был явлен его Priyabandhu, его дорогой сердечный друг, и его Шикша ученик Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж. So everything is auspicious, everything is perfect. Все совершенно. Mission perfectly accomplished. Миссия полностью завершена. Full bliss. Полное блаженство. Final attainment. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Vaishnav Sangha ki jai. Pancha kappataro bhyashta kriva sindhu yeva chavatitanam bhavani vyo vaishnav vyo namo namah. So now I am very delighted to be able to request my dear God brother, my Abhinatma, my Dhritya Kalevara, see Krishna Chandrapuru, to offer his Chandrapushpanjali at the lotus feet of Srila Prabhupada. Чандра Прабху, который для меня Абинатма, Витя Калевара, второй я для меня, и я прошу его сказать несколько слов прославления Шрилы Прабхупады. Ecstatic mood between all the devotees. Я чувствую тут особое настроение, такую связь, близости между присутствующими и преданными. Because on these days we sit for many hours and glorify and hear about the glories
of a pure devotee. Потому что в эти дни мы вместе проводим много часов, слушая о славе возвышенных преданных и прославляя их. We had on Janmashtami in our ashram a big festival and many hours katha about Sri Krishna. Когда в день Джанмаштами мы праздновали день рождения Кришны, много-много часов напролет мы слушали Харикатху. And just the next day, we spoke many hours about Srila Prabhupada. И уже на следующий день много часов мы слушали о славе Шрилы Прабхупады. And one person who just came freshly, very new to the ashram. И у нас там среди присутствующих был один новичок, который совсем-совсем недавно присоединился к нашему ашраму. She said, "It was very difficult to understand many hours they speak about Krishna. I couldn't understand much." Она сказала, мне очень трудно было все это воспринимать, столько часов все говорили о Кришне, для меня это было тяжело. But then on the next day, when we spoke about Srila Prabhupada, she said, "Oh, now I understand very much." Но на следующий день явления Шрилы Прабхупады, выслушав много часов о славе Шрилы Прабхупады, она сказала, "Ой, сегодня мне все было понятно, мне так понравилось." Really, when we go to hear about the glories of a Shuddha Bhakta. Потому что когда мы слышим о славе чистого вайшнава, suddenly everything about Radha and Krishna becomes tangible, becomes not a theory. Все связанное с Радхой Кришной перестает быть теорией, становится очень доступным и понятным. It becomes so thick and real, становится конкретным, настоящим, доступным, that one cannot escape anymore. Что тогда уже трудно сопротивляться этой реальности. One knows, now I'm caught. Now I have to go on the process of surrendering. И человек тогда признает себя уже побежденным. Он понимает, что его поймали и придется сдаваться, предаваться и служить. When Mahatma Gandhi left this world, Albert Einstein wrote some sentences about this. Когда Махатма Ганди ушел из этого мира, Альберт Эйнштейн написал несколько слов в честь Махатмы Ганди по поводу его ухода. He wrote that future generations will hardly be able to believe that such a person walked on this world. Он скажет, будущее поколение с трудом поверит, что такая личность жила на этой земле. And whenever I read this, I was thinking about Шрила Прабхупада. Мне кажется, что это полностью применимо к Шриле Прабхупаде. Каждый раз я перечитывала это, я думала о Шриле Прабхупаде. It's true. Such persons really walked on the same earth that we walk around now. Как трудно поверить, что такая личность действительно, он был тут в этом мире, ходил по этой земле, по той самой земле, на которой мы сейчас ходим. Everything about Radha and Krishna is adhokshaja, is much beyond the capacity of sensual understanding. Все связанное с Радхой и Кришной является адхокшаджа. Оно непостижимо нашим чувствам и уму. Это запредельно. But then suddenly there is ambassadors from there who come here. Но когда посол прибывает из их реальности, из духовного мира сюда, and they make an access towards Radha and Krishna. И такие послы из духовного мира делают, дают нам доступ к духовному миру, дают нам возможность соприкоснуться с этой реальностью. Actually, when we look about all the happiness and all the sufferings that all jivas in all universes went through. Если мы рассмотрим все виды страданий, все виды удовольствия, которые испытывают дживы, живящие во всех вселенных, then this will not attract Krishna's compassion. То даже если мы соберем все страдания всех джив, всех вселенных, это никак не привлечет сострадание Кришны к ним.
Sometimes you think, oh, but I'm suffering and I'm crying. Нам иногда кажется, что нам так плохо и так нам туго, и мы молимся, страдаем. Вот так страдаем, кричим: Кришна, помоги мне. And what was this crying for? И что это был за плач, ради чего? Someone died. Кто-то умер. Some house burned down. По какому поводу мы плачем? То есть сгорел дом, кто-то умер. And now the souls, they pray to the Lord. He should correct the situation. И так как нас не устраивает эта ситуация, человек начинает молиться Господу: ну-ка, вмешайся и помоги. Исправь все. Пусть будет, как раньше было. That's why Srila Jiva Goswami says, all the crying of materially suffering souls is not attracting the compassion of the Lord. Jiva Goswami объясняет, что все вот эти стенания материальных обусловленных душ, страдающих по поводу материальных проблем, никак не привлечет внимание и сострадание Господа. Because this is my dream, I want to hold on. Потому что о чем мы плачем, о потерянном сне. То есть. But now, the ambassadors of the spiritual world walk around this world. Но когда в мире появляются послы, представители духовного мира. Like in the introduction, Srila Prabhupada Yojan Prabhu said, oh, when these devotees they take birth, they were not very well known. Во вступлении еще Прембоджан Прабху сказал, когда эти личности чистые и преданные рождаются, они мало известны кому-то, ничего не понятно о их славе. But then they walked around and their behavior attracted our heart completely. Но когда они уже живут в этом мире и своими действиями, поведением, они притягивают наши сердца, and покоряют then, их. Then is a time coming where externally they disappear from our vision. А потом наступает момент, когда мы больше не можем их видеть. Они исчезают из нашего взора, из нашего восприятия. And the jivas, they feel lost, much more lost, if they would lose all family members and everything around them. И потеряв физический доступ к такой личности, джива чувствует себя полностью потерянной и хуже, чем если бы все родственники, мама, папа, все самые любимые, близкие оставили его. Когда вот такой чистый вайшнав покидает дживу. And then a tear of separation from Krishna's very dear ones is appearing in the jiva. И тогда слезинка по поводу потери такой личности, такого чистого вайшнава может появиться на глазах у дживы. And that very tear will attract the full compassion of Radha and Krishna. И вот эта одна слезинка такого рода привлечет огромную милость Радхи и Кришны и внимание. It's very interesting. Это любопытно. All suffering and all crying in this world, he was indifferent. Что Господь с безразличием, невниманием относился ко всем этим бесконечным стенаниям, воплям, мольбе о помощи по поводу материальных проблем, бесчисленных джив, живущих в материальных вселенных. But at that moment, where the emotion and the feeling and the attachment of a soul goes towards these pure devotees. Но Господь тут же замечает даже одну слезинку, которая появилась на глазах человека, страдающего в разлуке с его чистым преданным. Мокшадвара, Бхавратам. Then Krishna and Radhika become completely bound up by such a soul. То такая душа тут же притягивает к себе, покоряет сердца Радхи и Кришны обоих. So this is the arrangement how the love of the spiritual world can be distributed even in this mortal world. И вот таким образом вот этот канал, через который любовь из духовного мира может переходить в этот мир смертных. They walk around. And by some good fortune, we become attached to them. Чистые преданные находятся где-то в мире в какой-то момент, и благодаря благой удаче, непостижимой благой удаче, мы встречаемся с такой личностью. And then we arrived actually already. И тогда значит, что все уже свершилось для нас. Srila Prabhupad, he was in the beginning of the 70s, he was passing in Fiji.
В начале 70-х годов Шрила Прабхупада посетил Фиджи. And one Indian devotee, he was inviting Srila Prabhupada to his house. Один индийский преданный, он пригласил Шрилу Прабхупаду к себе в дом. But he was not very much into bhakti, and he had also a big dog in his house. Этого человека бхакти не сильно интересовало, и в дополнение у него дома жила большая собака. And just before Srila Prabhupada left Fiji, this dog came running towards Srila Prabhupada. И прямо перед тем, как Шрила Прабхупада уже готовился покинуть Фиджи, эта огромная собака помчалась прямо к Шриле Прабхупаде. Normally Indians don't have a very good relation with dogs. Обычно индусы не дружат с собаками, у них не очень хорошие теплые отношения с собаками. And this dog, he came to the feet of Srila Prabhupada and was licking the feet. Эта огромная собака подбежала к ногам Шрилы Прабхупады и стала лизать ему ноги. And this Indian was thinking, oh, this is really embarrassing. I'm so sorry. Хозяину собаки стало не по себе, он подумал, ужас какой, и стал извиняться всячески за вот это, за выходку собаки. And he wanted to take away the dog. И пытался оттащить собаку от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада said, no, keep him. Шрила Прабхупада сказал, стерпи собаку. Let him. Пусть делает свое дело. And this devotee personally told me, when Srila Prabhupada left, just a few days later, the dog left also, left his body. Этот преданный мне позже рассказал сам лично, что через несколько дней после ухода Шрилы Прабхупады собака тоже покинула этот мир, умерла. What an extreme kindness! Вот это пример сострадания и доброты. This dog got something such a wonderful sukriti that he couldn't even stay in a dog body anymore. Собака получила такую огромную порцию сукрити, что уже не могла оставаться собакой. But I am like that dog also. Я считаю себя такой же собакой. My treatment and my exchange with these wonderful bhaktas might not be conventional and maybe sometimes quite strange. Моя возможность общения с вайшнавами, ну, странная, необычная. But their compassion is greater than my resistance. То есть, но все равно сострадание чистых вайшнавов сильнее того сопротивления, которое я оказываю их влиянию. I said, no, no, let him do. И Шрила Прабхупада вот так позволил собаке остаться. He should be able to continue a little more. Пусть продолжает. Many years back, when I was a very young devotee. Много лет тому назад, когда я был еще начинающим новичком бхакти. I went on a book fair in Geneva, where we had a book stand, and I was selling books, presenting the books. Я отправился в Женеву на книжную ярмарку и там распространял книги. And one old man, he came and he took a biography of Srila Prabhupada and was looking at this book for a long time. И один человек подошел, взял в руки книгу биографии Шрилы Прабхупады и стал пристально смотреть на эту книгу. Держал ее в руках очень долгое время. I just approached this man and said, "Do you know him?" Удивило меня, и я подошел к нему и спросил: "Вы что, знаете его?" And this man said, "Yes, I know him." Человек сказал: "Да, я знаю его." It was a shock. Это было шоком для меня. I said, "From where do you know him?" Я спросила, откуда вы его знаете? He said, "In 1973, many, many years even before." Он сказал, в 1973 году, что было еще за много лет до нашей встречи с этим мужчиной. He worked in a normal restaurant. Он сказал, я работал в ресторане. And then he said, "And this man, he walked in front of the restaurant. He just passed." Он сказал, я работал в ресторане. А вот этот человек, который тут изображен на обложке, он проходил мимо нашего ресторана. And this man said, "This was the most, these few seconds were the most important moments in my life." И я его увидел лишь мельком, мой взор зацепился за него всего лишь на несколько секунд, и эти несколько секунд стали самыми важными мгновениями моей жизни. This is the shakti of someone who is completely in love. Такой силой может обладать только шакти человека, который полностью влюблен в Радху и Кришну. We sing Lava Matra Sadhu Sangha.
Баба Матра Сабасура. Одно мгновение этот человек видел его из окна ресторана, и вот это потрясло его навсегда. And this man said, I want to meet him now. Where is he? Он сказал, я бы хотел сейчас с ним встретиться, где я могу его найти? For 20 years I was now looking all over where I can find him again. 20 лет я думал об этом человеке, и вот сейчас я увидел его фотографию, где он сейчас? I said, you know, physically he left, but you can find him here in the books. Я сказал, ну, к сожалению, физически его уже с нами нет, но вы можете встретить его в этой книге. But still, he was crying very much. Эти новости расстроили этого мужчину, он расплакался. We don't know how what tragedy it is to miss just a few moments of such association. Мы даже не понимаем, насколько трагично вот так утратить возможность такого общения или даже несколько секунд такого общения. When Srila Prabhupada's father was at home and Prabhupada was a very, very small child. Когда Шрила Прабхупада был еще маленьким, Prabhupada invited many, many sadhus from many different kinds and invited them all to his house. А папа Шрила Прабхупады созвал много-много садху всех в их дом. And when they left, he said, I beg you for one thing. И когда они стали расходиться, он сказал, я вас прошу об одном. Please bless my son to become a devotee of Shrimati Radhika. Я прошу вас всех благословить моего сына, чтобы он стал преданным Шримати Радхике. Гур Мохан, they didn't know that right in front of him Гур Мохан даже не подозревал, was already a very confidential кем был его сын? Servant of Shrimati Radhika. Это была уже возвышенная служанка Шримати Радхики. This is like Prajalila happening in this world. Это как Раджалила, которая прямо как Раджалила, происходящая в нашем мире. Whenever some sadhu came in the house of Nandan Yashoda, they prayed for him. May he become a good boy. Когда саду кто-то приходили в дом Нанды Яшоды, они всех просили, благословите сына, чтобы он был раз хорошим человеком. They didn't know that this person who is here is Tarmantu Sakshat Bhagavat Pranidam. He's the person who is deciding what is good and what is bad. Они понятия не имели, что этот малыш, их шаловливый малыш, что это та личность, которая сам решает, что правильно, что неправильно. Что он высшая инстанция. In this world, wonder still happens. В этом мире чудеса до сих пор происходят, случаются. And for me, these days are like a little awakening moments in my life. Мне кажется, что такие дни это как состояние пробуждения, периоды пробуждения в моей жизни. That I can keep my attention and my appreciation fully awake. Чтобы я мог фокусироваться полностью, чтобы оставаться прозорливым, таким трезвым и осознанным, сфокусированным. That I can be fully open for sang, for satsang. Всегда хочется быть готовым для сатсанга. I may marry in many lifetimes and it's lost again. I may marry in many lifetimes, but it's lost. It's я женился много раз в разных жизнях, это все прах, все потеряно. I will not even greet the mother from my past life when I see her on the street. Я даже не узнаю маму из прошлой жизни, если она мимо меня пройдет по улице. But these devotees, they're our closest. They're much more close than every soul in all the lifetimes were ever close to us. Вот эти личности чистые и преданные, они гораздо ближе нам, чем все те вроде бы внешне близкие, родные люди, с которыми мы провели много жизней. So the biggest romance in the material world happens when a soul comes in contact with a soul like Srila Prabhupada. Поэтому истинная влюбленность, настоящий роман этого мира — это встретиться и полюбить такую личность, как Шрила Прабхупад. Prasangam, ajaram, pajam, atmaye, kavaye, vidu. These souls, they just travel around and they collect our attachment.
эти личности, они странствуют по миру и как магнит притягивают к себе наши сердца, забирают, фокусируют нашу привязанность на себе и предлагают это все Кришне. And this is the very moment where Radha Krishna's attention will fully flow towards such a jiva. Чтобы дать нам возможность стать объектом внимания Радхи Кришны, чтобы мы смогли привлечь их внимание и их сострадание. That's why we call these devotees Sri Krishna Kripa Shrimurti. They're the condensed form of Radha Krishna's compassion. Поэтому мы таких личностей называем сгущенная форма милости Радхи Кришны. So, проявление милости Радхи Кришны. I beg that I can just spend the remaining few days of this life just in glorification of devotees. Я надеюсь провести остаток своих дней, прославляя преданных. And by words is okay, but I know they want something more. Я знаю, что такие устные похвалы, ну, прославление, это замечательно, но я понимаю, что они надеются, что мы можем предложить им нечто большее, чем просто слова. That every action, that every breath, becomes a glorification. Они ждут от нас такого уровня поведения, чтобы каждый наш вдох и выдох, каждое действие было прославлением чистых вайшнавов. One of the qualities these devotees carry in their heart is avyarta kalatvam. Avyarta kalatvam — это одно из качеств, которые удерживает сердце чистые преданные. They have such an intensity that one breath, without remembering Radha and Krishna, they would consider the greatest loss. То есть они настолько поглощены полностью Радхой Кришной, что даже один вдох, проведенный без памятования Радхи Кришны, для них это огромная потеря. I know spiritual life is very wonderful in this world. Я знаю, в этом мире духовная жизнь — это замечательная вещь. But I don't want to continue like this. Но я не хочу тут надолго оставаться. I want to be on fire. Я хочу гореть. So where do I get this fire? И где я могу загореться так? This is разжечься. By the heart association of such devotees who have such a burning intensity in their heart. Этот огонь можно разжечь только благодаря тесному общению с такими возвышенными преданными, в сердцах которых бушует пламя разлуки с Радхой Кришной. Koti janma sukhadaina labhya devi. Could continue long, long, many, many lifetimes, happily practicing spiritual life. It's peaceful. Конечно, мы можем провести еще сотни, тысячи жизней так, ну, практикуя бхакти, так, не особо напрягаясь, вроде все весело, хорошо, так приятно. But to really burn, we need the close association. Но чтобы по-настоящему гореть, необходимо такое близкое общение, тесное общение со Шрилой Прабхупадой. Thank you so much. Hare Krishna. Sri Krishna Chandra Prabhu was describing how the very dear and intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna, they wander in across the face of this earth. Sri Krishna Chandra Prabhu рассказал нам о том, как
чистые преданные, которые являются очень любимыми, приближенными слугами Шри Чайтаньи Махапрабху и Радхи Кришны, как они странствуют по этому миру. It is said, just as the universe cannot go on without the sun and the moon. Говорится, что Вселенная не может существовать без Солнца и Луны. So in the same way, without the pure devotees. Аналогичным образом, без чистых преданных. Then this world cannot go on. Этот мир не выживет. То есть. In fact, the Supreme Lord only creates this world to give a chance to his devotees become perfect. На самом деле, Господь сотворяет этот мир с исключительной целью того, чтобы дать место обитания для своих преданных, которые находятся в процессе духовного развития. And how do they become perfect? Каким образом преданные достигают совершенства? By the association of his perfect associates, who very mysteriously, miraculously, and mercifully appear here. Совершенство приходит благодаря саду санги, и поэтому преданные духовно достигают духовного совершенства благодаря общению с чистыми преданными Шри Кришной, которые каким-то волшебным, мистическим образом появляются на этой земле. That is the purpose of the creation. В этом и смысл существования творения. If someone will say, there are no pure devotees in the world anymore. Если кто-то скажет, в этом мире больше не осталось чистых преданных. I am a ritvik. Я ритвиком буду. Then, if there were no pure devotees in the world, then there would not be a world. На самом деле, если бы не было чистых преданных в этом мире, то не было бы мира. There would be no reason for the creation at all. Тогда не было само творение бы стало бессмысленным. That is the artha vishesh, the special purpose of existence. That is the teleology of the universe. Телеология, артха вишеш, само предназначение существования вселенной, материального мира, чтобы это было место обитания преданных. И для их совершенства нужны чистые преданные. So in Srimad Bhagavatam, there, Viduraji, he says, Janasya Krishnad Vimukasya Daivat Adharma Shilasya Sudukitasya Anugraheya Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. Srimad Bhagavatam описывает слова Видуры. The living beings in this world, because they have turned away from Krishna, they're undergoing so many extreme miseries. Отвернувшись от Кришны, живые существа в этом мире сталкиваются с бесчисленными видами страданий. And therefore, the dear associates of the Lord are always wandering upon the surface of the earth to turn the attention of those whose attention is turned away from Krishna and turn it towards the lotus feet of Sri Krishna. И поэтому чистые преданные Господа всегда странствуют по этой земле, чтобы помочь дживам вернуть их внимание к Кришне. Чаранти. They are wandering. Чаранти тут нас глагол настоящего времени. Они странствуют. So one, it's in the plural. И во множественном числе чаранти. Not in the singular or the dual. Не в единственном. So there's always more than two. Не в единственном роде, не в двойном роде, а именно в многочисленном. То есть указывает, что не один чистый преданный в мире, не два, а больше и всегда. And it's in the present tense, indicating that they're always present. То есть чаранти, вот глагол настоящего времени, указывает на то, что чистые преданные всегда есть в этом мире. Сила Бхактинода Тхакура said, Вайшнава Тхакура апракрита сада нирдоша анандамой саданаме ручи джаду удасина дживете дояддахой. It means, such Вайшнава Тхакурас, they are апракрита. They are not of this world. They are supernatural beings. Шрила Бхактивинод Такур описывает таких чистых вайшнава, говорит, что они апракриты, они сверхъестественные, они не от мира сего. They are nirdosh. That means they are perfect. Они нирдош, они идеальны. They never make a mistake. Никогда не ошибаются ни в чем. Then someone may say, but I was editing the manuscript of my Gurudev's books, I had to correct something. Кто-то может сказать, что я делал редакторскую севу книг Гурудева и нашел много ошибок там. It means they never make the mistake of forgetting Krishna for a moment. Тут главная ошибка – это забыть Кришну. То есть, когда говорится, что они никогда не совершают ошибок, что они никогда не совершают эту ошибку, никогда не забывают о Кришне. Nirdosh Anandamoy. Они Анандамой. And they are full of Ananda. Они всегда радостные, преисполненные Ананды. Yata deki Vaishnavera Vyavahara Duk. Nishtya Jini Sei Parananda Suk.
In Sri Chaitanya Bhagavat, it is said that whenever you see a pure devotee is undergoing some worldly suffering, you should actually know that he's in a supreme ecstasy. Читание Бхагават говорится, если вы когда-нибудь столкнетесь с ситуацией, в которой вы видите высушенного преданного в состоянии какого-то страдания, вы должны понимать, что он находится в состоянии трансцендентного блаженства. Oh, in the days leading up to this day in 1977, Srila Prabhupada was so thin, so apparently weak, he could not move. В 1977 году, в течение дней, которые привели к этому дню, к дню ухода Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада выглядел очень таким худеньким уже. And he was asking the devotees, one Bengali devotee is now living in Canada. Один бенгальский преданный, который сейчас живет в Канаде. So he told me, he was the one that Srila Prabhupada always used to send to Mathura to ask Srila Gurudev to come. Он мне рассказал, many times Сачидананда Дас. Сачидананда Дас, он был тем преданным, которого Шрила Прабхупада всегда посылал в Матуру за моим Гурудевом, чтобы позвать Гурудева. И он снова и снова посылал его за Гурудевом. So in Srila Prabhupada's final lila, и уже в эти завершающие лилы Шрила Прабхупады, he sent him to Mathura. Oh, please call Шрила Нарай Махарадж quickly. Он попросил его побыстрее отправиться в Матуру и позвать Шрила Нарайна Махараджа. So my Gurudev came there. Гурудева прибыл во Вриндаван. And Шрила Прабхупада was lying on the bed. Only a few people were in the room. Шрила Прабхупада в это время лежал на кровати, лишь несколько преданных присутствовали в комнате. And one of them was our dear, that in those days, Bhagavat Prabhu, now Bhagavat Maharaj. Что наш дорогой Бхагавад Махарадж. Маха Бхагавад. Маха Бхагавад. Он был Бхагават Прабху, сейчас он Бхагават Махарадж. И он как раз оказался в этот момент в комнате Шрилы Прабхупады, когда пришел наш Гурудев. So, Шрила Прабхупада was on the bed and he began to have convulsions. Шрила Прабхупада лежал на кровати, и вдруг показалось, что у него начались судороги, конвульсии. So, an ordinary person, if they're about to die, they're in great pain, and without their volition, their body just starts to go into spasms. Очень часто у людей, обычных людей, происходят предсмертные судороги, что людей начинает дергать. So, им очень больно. This was happening to Srila Prabhupada, and everyone was in great distress. И вдруг такие конвульсии начались у Шрилы Прабхупады, и это перепугало преданных, так их обеспокоило. They didn't know what to do. Они не знали, что делать. And then my Gurudev whispered in his ear. Мой Гурудев подошел и что-то стал шептать в ухо Шрилы Прабхупады. And then Srila Prabhupada just became still. И тут же Шрила Прабхупада так присмирел и так расслабился. So then Gurudev very gently he turned to Bhagavat. He said, "Look, he's in ecstasy." И Гурудева тогда наш повернулся к Бхагавату и сказал, ты взгляни на Шрилу Прабхупаду, он в состоянии экстаза находится. He's dancing in Rasa Lila. Он танцует в Раса Лиле. And then Bhagavat Maharaj, he looked. Bhagavat Maharaj and then he noticed Srila Prabhupada, one knee was up, one leg was outstretched, one hand was like this, one was like this. И он заметил, he was in a mudra. Что действительно то положение, в котором он лежал в этот момент, что выглядело, что это поза танца, что у него пальцы были в мудрах, одно колено приподнято, так одна нога над другой. So then, by the association of Srila Ramaji, he became in shock, because everyone was trying to make a medical analysis. И это очень удивило, вот это присутствие и поведение Нарайны Махараджа, так удивило Бхагават Махараджа, в то время Бхагават Даса, он подумал, потому что все паниковали, все думали, какого доктора позвать, что тут у нас нужно медицинское вмешательство, тут настолько все серьезно. Only a transcendental Vaishnava can understand how great is another transcendental Vaishnava. Только возвышенный Вайшнав может понять другого возвышенного Вайшнава, понять его ситуацию. Kanishtha Adhikari has no clue. Kanishtha Adhikari вообще ничего не понимает. Madhyam Adhikari has a clue, but he still doesn't know. Madhyam Adhikari что-то понимает, но далеко не все. He can infer something. Может о чем-то догадываться, что-то, какие-то предположения уже выстраивать дельные. But the Uttam Bhagavat, he can realize the glories of another Uttam Bhagavat. Он может познать славу другого Uttam Bhagavata. So, Vaishnava Thakur Aprakrita Sada Nidosh Anandamoy. He was not in pain.
he was experiencing divine paths. То есть в этот момент он испытывал не боли, какие-то судороги, а он находился в божественной бхаве. But at the same time, the disciple who is very dedicated to his guru, he will serve him as if he is undergoing suffering, but in his heart knowing that he is feeling ecstasy. And that apparent helplessness of the spiritual master is drawing out the attachment of the disciple. So even in that condition, don't think a guru is helpless, he cannot do anything. He's actually doing the most intense mercy on all the disciples by drawing out their deep attachment for him. То есть это очень такая серьезная ситуация, очень глубокая, что с одной стороны кажется, что вайшнав, чистый вайшнав испытывает боль, ему нужна поддержка, забота. Но разумный ученик, толковый ученик, он понимает, что Гурудева — это трансцендентная личность, что он испытывает трансцендентное состояние, но при этом ученик не будет с безразличием относиться к нему, думать, ну ему и так хорошо, он в Ананде, пусть лежит. Нет, ученик заботится всячески о плоть, о теле Гурудева, ухаживает за ним, переживает за него. Но не надо думать, что он такой бедненький, он такой больной, а мы такие вот... С нами все хорошо, мы можем о нем позаботиться. На самом деле в таком состоянии вайшнав делает непостижимую миссию, самую сложную, потому что вот этим состоянием своей слабости, своей болезни он притягивает как веревкой сердце ученика к себе, он всю привязанность забирает от него как магнит. А это очень трудно сделать с сердцем дживы. И поэтому это вот такая сложная... как многоходовая ситуация с вайшнавом, ее надо правильно воспринимать, с правильного ракурса. See, Krishna is all powerful. Кришна всемогущий. But as Balagopal in Vrindavan, if you fall over or be bitten by a mosquito and start crying, then this mother's sympathy comes. Кришна всемогущий. Because he appears to be helpless. Но в облике маленького Балагопала во Вриндаване он беспомощный. Если он шлепнется, упадет, он сам не может встать. Если его укусит комар, он начинает хныкать. И вот этой беспомощностью он притягивает к себе любовь, сопереживание мамы. So pure Vaishnava, they have astasiddhis, all mystic perfections. Чистый вайшнав обладает астасиддхи, всеми мистическими силами, совершенствами. They're not helpless or hopeless or anything. Не то, что они безнадежные, беспомощные. Yet they go through this lila, this pastime of growing old and passing away. That is their kripa, their mercy upon all of us to solicit, to elicit our deep attachment. Вот эти лилы старости возвышенного вайшнава, болезни, это на самом деле лила, в которой он раздает величайшую милость, потому что они тем самым вызывают в нас любовь и помогают нам духовно расти, наделяя нас милостью. Саданаме ручи, they have always taste in us. Чистый вайшнав всегда испытывает вкус к повторению харинамы. So what can we say about Srila Prabhupada's taste in Nam? Поэтому что можно сказать о вкусе Шрилы Прабхупады к харинаме? He caused the whole world to chant the holy name because of the power of the holy name appearing in his kirtan. Показатель силы его привязанности к святому имени — это то, что он побудил целый мир воспевать святые имена. Это указывает на силу его вкуса. Now all over the world, thousands of persons are chanting the holy name. По всему миру сейчас тысячи людей поют святые имена. Persons who never met Srila Prabhupada. Люди, которые никогда лично Шрилу Прабхупаду не видели. But what is that? That is the dhwani. That is the echo of his kirtan. Это отголоски его киртана, эхо киртана Шрилы Прабхупады. Srila Rupa Goswami has described the taste in Harinam. Шрила Рупа Госвами писал вкус к святому имени. Тунде итандамини ратим битанутэ итандавали лабдай кана крода катамбине вигадайте кана абадебе асприхам чейта прангана сангини вижайте савиндриане критим но жане жанита кьярбирамита кришнети барнатвайи. I don't know how much nectar is in these two syllables, Krishna. Я не понимаю, сколько нектара кроется в этих двух слогах, Кришна. It's unlimited when the syllable Krish is touched with the syllable Na, then unlimited amrita is flowing. Как только слог Криш соприкасается со слогом На, это происходит всплеск
бесконечная Ананды. And Nam, I'm not chanting, Nam is dancing on my tongue. И Нам приходит и танцует на моих устах. And then I become like a person with a sunny patrog. И потом you я know, становлюсь the last, the tenth stage of death in cholera. В это состояние. Потом у меня начинается болезнь санипанирог. Это последний этап развития холеры. Where the person has an unquenchable thirst. Когда у человека уже неутолимая жажда его мучает. So then I want thousands and thousands of tongues. И тогда мне очень хочется, чтобы у меня было тысячи, тысячи языков. And when the name goes in the ear, then I want millions and millions of ears. И как только это святое имя достигает моих ушей, то мне хочется, чтобы у меня были миллионы ушей. So such bhav comes in the heart of a Vaishnava like Srila Prabhupada. Вот такое настроение, такая жажда проявляется в сердце такого Вайшнава, как Шрила Прабхупада. So one of the qualities of a pure Vaishnava is Satya Sankalpa. И Satya Sankalpa это одно из качеств, которым обладает чистый Вайшнав. When they want something, Krishna makes it become. Если Вайшнав чистый чего-то хочет, Кришна исполнит его пожелание. So due to Srila Prabhupada's intense taste in chanting the holy name, when he felt I want millions of tongues to chant, Krishna said, okay, and he drew all of us, thousands of people, and they all. Prabhupada was empowering and causing name to appear in the tongues of thousands and thousands of people. Неутолимую жажду повторять святые имена Шрилы Прабхупады. This is preaching. Помечтал о том, чтобы у него были миллионы языков, которыми он мог повторять святые имена, то тут же Кришна исполнил его пожелание, дав ему все наши языки, которыми он повелевает. This is preaching. Preaching is not that you study very much, like your brain is doing a bodybuilding. Вот это есть настоящая проповедь. Потому что проповедь не то, что заучивать бесконечную информацию, шастры, там, пока мозг уже не взрывается. So then you feel confident you can go out, you meet someone with a weak and flabby brain, then your intelligence can grab him and wrestle him and put him on the ground and submit him. Чтобы стать умнее, чем другие, и чувствовать себя увереннее, что в спорах вы можете одержать победу, потому что ваш мозг более накачанный, чем... I have defeated him philosophically. И думает, вот, я держал победу в нашей. Now you have to become a devotee. Теперь вот это, я так спорил с этим человеком, сломал ему мозг, ему придется теперь стать преданным. A man convinced against his will is of the same opinion still. Но так ничего не работает, никого так не убедишь ни в чем. That is not preaching. Preaching is when the pure devotee has so much taste and thirst for the nectar of Harinam. He wants millions of tongues and millions of ears, then Krishna makes it come true and everyone begins to follow him and chant, repeating his kirtan. Настоящая проповедь это когда у чистого преданного такой сильный вкус к повторению и слушанию Харинамы, что Кришна дает ему тысячи языков и тысячи ушей в форме новых преданных, которые будут повторять его киртан, как отголоски его киртана. I had the good fortune to travel. Srila Gurudev said, I want to go to that tree where Srila Prabhupada began his kirtan. In Tompkins Square Park. So we went to that place in the early morning. And there was trash everywhere. And a few drunk bums here and there. And dogs had also visited. Собачки там тоже очевидно уже побывали. But Srila Gurudev just came and gave dandavat pranam on the ground to that tree. Но невзирая на весь этот мусор и все это неприятное, Шрила Гурудев подошел и пал ниц перед этим деревом. Srila Gurudev said, I am traveling only all over the world just to touch the places. Where Srila Prabhupada's foot dust is present. И Гурудев сказал, я путешествую по всему миру лишь с одной целью, чтобы коснуться пыли тех мест, где побывали стопы Шрилы Прабхупады. And Srila Gurudev said, if I myself or anyone else has any success in spreading the movement of Chaitanya Mahaprabhu in this world, it's only by the blessings of Srila Prabhupada. И Гурудев сказал, если у меня будет какой-то, если моя
проповедническая миссия увенчается успехом, или любая проповедническая миссия другой Вайшнава увенчается успехом, это заслуга Шрилы Прабхупады, потому что это все происходит по его милости. So, Nama Sadaruchi Jadu Udasina. Jadu Udasina means completely indifferent to the insentient material plane. И Вайшнав с полным безразличием относится к этой мертвой материи. That means that actually we have many thoughts and many emotions, but they're based on material calculation. У нас много эмоций, много мыслей у всех, но все это основано на мирских всяких идеях, мирских факторах. We always thinking, I'll do a little bit of service. Люди думают, я немножко послужу. But I have to take care of my life. Но главное мне, чтобы жизнь свою обустроить сначала. Part of in my sojourn as I'm taking care of my worldly life, in the middle of that I'm going to do a little bit of seva. Я обязательно севой займусь сейчас вот жизнь свою устрою, и где-то там посреди этой жизни я найду место для бхакти тоже обязательно. If you think like this, this means you are not jadu udasi. Но если вы мыслите таким образом, то у вас отсутствует этого качества безразличия к мирским факторам, мирским условиям. What is so astonishing about Srila Prabhupada? И что поразительно, связанное с Шрилой Прабхупадой? That his Gurudev said, they were on the bank of Radhakund. Когда он и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура находились на у берега Радхакунды. He said, if you ever get money, print the books. И Гурудев сказал ему, если когда-то появятся деньги, печатай, издавай книги. So Srila Prabhupada, after taking sannyas, he was staying in Radha-Damodara. И после того, как Шрила Прабхупада принял саньяс, он жил в Радха-Дамодаре. And he began writing. И он стал писать. So he wrote some articles. Написал back to Godhead. Несколько статей, back to Godhead. So back to Godhead was one piece of paper with articles on both sides, folded in half, now. It's a magazine. Вот этот твой мальчик такой стал издавать. То есть одна страничка сложенная вдвое, и там было все написано на всех страницах, и вот уже появилась такая бесплатная журнал. So, following the order of his guru. И пытаясь исполнить повеление своего гуру. Not seeing anything else exists at all in the world. Вообще не замечая ничего другого в мире. Only the order of Gurudev. Повеление Гурудева. Having no money, no followers, no disciples. Ни последователей, ни денег, никаких ресурсов, никаких учеников. If you have money, print books. Ему сказали, будут деньги, издавай книги. So he had a few rupees. У него было несколько рупий. One piece of paper. То есть он мог напечатать то, что он мог себе позволить за несколько рупий. Four pages. Один листик, сложить вдвое, уже четыре странички получилось на всех оборотах, там что-то было напечатано. With some articles about Krishna consciousness, but how that's connected with the current affairs. Because the common people, they're interested in the news, what's going on in the world now. So he would debate them with the current affairs and connect it with Krishna consciousness. Он понимал, что людей главным образом интересуют там новости, политика, социальные новости, поэтому он писал о Кришне, но как-то делал это, связывал это с какими-то проблемами насущными того времени, чтобы заинтересовать людей, как чтобы это как наживка была для крючок для людей, а потом дать им что-то о Кришне. He would print a few copies. Печатал несколько копий. And set out and go to Delhi. И отправлялся в Дели. And he would go to the cafes and restaurants and shops, and he would approach the customers there. Oh, please take a look at this. It's about Krishna. Он подходил к разным кафешкам, ресторанам и пытался заинтересовать посетителей этим журналом. Говорит, вот почитайте тут о Кришне, и кто-то давал вам, может, несколько рупий. Sometimes it was very hot. Иногда было очень жарко. And being old, he fainted from the heat. И от жары он терялся, зная, падал в обморок. One time he was walking, and a bull with big horns became very frisky and gored him with the horns. And knocked him unconscious. Однажды, когда he was cut and bleeding. Прабхупада шел, то он не заметил, там был один бык был, и он был какой-то бесноватый, и он ударил Шрилу Прабхупаду своими рогами, прямо в бок зацепил, поранил его сильно, Шрилу Прабхупада повалился на землю. So my question to you is this. Я хочу задать вам вопрос. If you were there, если бы вы там были, and you see one old man unconscious on the ground bleeding, with a few pieces of paper,
and a few rupees, then you will think, what is the use of it? Если бы вы увидели его тогда в этом состоянии, лежащего на обочине дороги, окровавленного. Where is this going? Where will it lead? Уже в таком преклонном возрасте у него в руках несколько страничек каких-то, там несколько рупий при себе, что поверили бы в какое-то там будущее, что бы вы подумали? Can you do that with your life? Вы готовы на такое в своей жизни? How many days, no, and how many hours before you give up? Сколько бы вы времени были готовы выделить на такое существование до того, как сдаться? Сколько там дней или часов вы готовы были бы так провести? But he was, Jadu Udasi, completely indifferent to this world. Only there is the order of my holy master, and I am his servant. So according to my limited capacity, I am just trying to carry that order. Но он был полностью джатудаси, он не обращал внимания ни на какие условности материальные. То есть он был полностью сфокусирован тем, что Гурудева повелел мне это делать, и я буду это делать. So when a person becomes indifferent to the world and completely dedicated and absorbed in the service of Sri Guru, now the heart connection is there and the Kripa Shakti of Supreme Lord can flow. Но когда вот это происходит, вот это переворот сознания в жизни человека, или вот эта трансформация, что человек становится с полным безразличием, начинает относиться ко всему мирскому и полностью сфокусирован на служении своему Гурудеву, вот это закрепляет канал связи между сердцем Гуру и сердцем ученика, и тогда на ученика обрушивается потом крипы Гурудева, милости. Because of his devotion, because of his dedication and his sacrifice from those very small and apparently insignificant beginnings of monumental, unique, unprecedented movements, after some time manifested all over the world. Это же поразительно, что из такого начала, из таких шажков, маленьких, крошечных попыток Шрилы Прабхупады создать какую-то миссию, чего он достиг на самом деле. So, Jadu Udasina Jivete Doyadrahoi. Here the final quality mentioned of the pure devotee here is that his heart is always melting, melting with compassion for the souls of this world. Последнее качество из перечисленных качеств чистого преданного, что его сердце всегда преисполнено состраданием к всем дживам, страдающим в этом мире. So today is called the Viraha Mahotsav. Этот день ухода называется Вираха Махотсава. Today, when the devotees feel separation from the great acharyas. День разлуки с великим ачарьей, день, который преданные испытывают чувство разлуки. But the question comes. Возникает вопрос. Who will actually feel separation on the Viraha Mahotsav, festival of separation? Кто по-настоящему испытает чувство разлуки Вираха Махотсав? It is in proportion to one's surrender and seva. Состояние разлуки будет пропорционально уровню преданности и количеству севы, которое совершает преданный. It is not a material emotion. Потому что это не мирская эмоция. Let me feel some more separation. Просто чувство такой грусти, надо проникнуться хорошо такой скорбью, грустью. Вот я испытываю такую сильную разлуку. Это мирская разлука, это не настоящая вираха, это просто такое колебание нашей читы. It is not something that you can create or just feel. Это не настоящий. Настоящую вираху невозможно создать, невозможно контролировать или проникнуться ей самому. It comes from your life, each day of your life. То есть вираха, она продукт нашей жизни повседневной. То есть каждого нашего поступка, каждой мысли, вот это будет проявлением или не будет ее. Just like M, see, with a great awe and astonishment, the Sripad Nemi Maharaj and our dear Drishta Prabhu. Я с восхищением, почтением наблюдал за Шрипаднейми Махараджем, за нашим Дриштой Прабху, за Аристанасаном Прабху. When they were so young, teenagers. Когда они были еще подростками. They sacrificed all their ambitions and career prospects, everything. Пожертвовали всем своим будущим, карьерами, там всякими возможностями. And serving Srila Prabhupada, not one day, one year. Whole life. И служили Шри Прабхупаде не один день, ни два, ни годик,
почти 10, а всю жизнь они продолжают служить. And now they're in their 70s. Сейчас им уже там почти под 70. Very powerful, like unlimited, unstoppable ocean, uncontrollable, it's not even voluntary, by itself coming. Уже видите, насколько созрело в их сердцах, уже она непроизвольно, как океан, как огромная волна цунами накрывает их. This is what we want. И вот это к чему мы хотим стремиться. And it begins right now, today, with a complete surrender, complete sacrifice, and complete dedication to Guru. When you are 70 something, then you experience this unlimitedly powerful descent of mercy and prayer. И вот этот процесс начинается с сегодняшнего дня, с активного осознанного самопредания, с посвящения всех своих сил, энергии. Развитие миссии Гурудевы, и когда будет вам уже по 70, вы тоже почувствуете такую вираху, вы почувствуете прилив премы. Когда вы будете стареньки, уже будете готовы умереть. Если Кришна спросит вас, а как вы, на что ты потратил свою жизнь? So maybe you did not achieve much even, but that you did everything for your Guru and Krishna. Oh, Krishna. Но если, может, даже вы особо ничего не достигли в жизни, но если вы честно можете сказать себе даже, что я постарался удовлетворить Гуру Деву, постарался сослужить Гуру и Кришне. И скажите Кришне, я никто. Я ничего не достиг толком. Но что я сделал, я предлагаю это все тебе, Кришна. Моя жизнь предназначена тебе. Это истинный успех человеческой формы жизни. So, Srila Raghunath Das Goswami completely he served Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Srila Raghunath Das Goswami полностью посвятил себя служению Шриле Рупе и Шриле Санатане Госвами. So when they became apracat, unmanifest from this world. Когда они ушли из этого мира, стали апракат. Then, because his service was so high, his surrender was so high. So his separation. Из-за того, что его верность им была такой огромной, из-за того, что его преданность и его служение были такими огромными, то и вираха его была. Суньяйте Махагустам. Гриндроджаграйте. Вьягья тундайте кундам. Jiva Tura Dasyami. This is Brajamanda. So beautiful. But without Rupa and Sanatana, now it seems completely empty. Brajamanda, но неописуемо прекрасно, но без Рупы и Санатана, она кажется пустыней. Гриндро Джаграет. Гирадж Говаде. And glorified so much Nija Nikatani Vasam Dehi Govardhanatva. Гирирадж Говардан, которого я так любил и прославлял. But now I cannot bear to look at Гирирадж Говардан. It's like the mouth of a python about to eat me alive. Его вид стал невыносимым для меня. Мне кажется, что он подобен питону, который хочет проглотить меня. And Рагакунд seems like the mouth of a tiger. It is unbearable to look even. Я боюсь даже смотреть на Радхаконду, она мне кажется тигрицей, которая хочет съесть меня. So the biraha separation will come in proportion to our service and surrender. Вот эта вираха будет пропорциональна в своих масштабах нашему самопреданию, нашей верности Гурудеву и нашему служению. And another thing. И еще одна вещь. Is that when the disciple has a natural relationship like a family member with Guru, then separation is most powerful. Вираха, чувство разлуки будет гораздо более сильным, когда у ученика очень такое близкое отношение к Гурудеву, как к самому родному, как к родственнику. If devotee will think,
My Guru Dev is so great. Потому что если ученик думает, мой Гуру Дев самый великий. Like a superhero, he can fly in the sky. Он супергерой, он может взмыть в небеса. He's bulletproof. Пули непробиваемый. Then, so, not much separation will come. То никакой разлуки такой ученик не прочувствует. But if someone will remember. Но если кто-то будет вспоминать моего Гуру Дева. My Guru Dev was like my father. Гурудев мне был родным отцом. He was like my friend. Он для меня был и отцом, и другом. Then the separation will be very intense. Разлука будет очень интенсивной. Сила, my Gurudev, he said that Сила Бхактивинода Тхакур, he was very worried about his son, Бимала Прасад. Гурудев рассказывал, что Шрила Бхактивинода Тхакура сильно волновался, переживал о будущем своего сына Бимала Прасада. He could not hold down a steady job. Что Бимала Прасад как-то не мог удержаться ни на одной работе. He was a tutor to the prince of the son of the king of Kasim Bazar. Когда он сначала работал репетитором для принца сына царя Касим Базара. But after teaching the prince for some days, then the prince started to wear a kanti mala and tilak, so the queen was freaking out. Whoa, whoa, whoa. Maybe it'll become a virakta, detach and take sannyas. We have to get rid of this tutor. Когда принц стал носить уже канти малы и тилака появилась, то его мать царица стала нервничать, у нее началась уже истерика. Она быстро с мужем поговорила, что от этого репетитора надо избавляться, потому что сейчас еще мы наследника потеряем, будет у нас вайраги дома. The king apologized to him. Царю было очень неловко, он стал извиняться перед Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром. I'm sorry, but you have to retire from this particular teaching job. Сказал, знаете, я нанял вас на эту работу, но придется вам уйти все-таки в отставку уже сейчас. Because of the queen is very worried. Моя супруга очень взволнованной ситуацией. I'll give you full salary for the rest of your life, but you have to go. Я вас увольняю, но я вам дам полный пакет пенсии, то есть я буду продолжать вам зарплату платить всю жизнь, только вам уже тут нельзя работать больше. What will I do with this boy? Такой думал, что у меня за сын, ну что с ним делать-то? In the world he's hopeless. Что-то мне в этом мире как-то он не приживается у меня. Piece of land in Mayapur, so okay, be there and chant. Гранова выделил участочек земли в Майпуре, сказал, ладно, тогда живи тут и воспевай святые имена. So that time when Бхактисиддханта Тхакур was chanting 3 lakhs Харинам every day for 10 years, he was still receiving his pension from the teaching. И в те годы, 10 лет, когда в течение которых Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур воспевал 3 lakh Харинама, каждый день он продолжал получать зарплату. The parent always thinks that their child is incompetent. Because of the vatsalya, the parental love. Что ребенок некомпетентный из-за того, что вансалья так застилает восприятие ребенка, что все время родители переживают, думают, какой-то он бестолковый у нас. So in the same way, my Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava. И аналогичным образом мой Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Госвами Махарадж. When my Gurudev, Srila Trivikram Maharaj and Srila Bhakti Maharaj, they were building Devananda Gaurima. Когда мой Гурудев, Srila Trivikram Maharaj, Srila Vamana Maharaj, они строили Девананда Гаудия Матх. He said, don't use cement between the bricks, just use sand. Гурудев сказал, не надо, не прикрепляйте, скрепляйте кирпичи цементом, просто песком заполняйте. Потому что я не знаю, что произойдет с вами, когда я уйду из этого мира. Хотя бы вы сможете кирпичи продать после моего ухода так. So actually, these three, Гурудев, Сила Трификрама, Сила Бхамараш, they are so qualified. But out of intensity of love, he's feeling, I don't know what they'll do anymore. Удивительно, что в этом случае и Гурудев, и Шрила Тривикрама Махарадж, Шрила Вамана Махарадж, это потрясающие вайшнавы, такого высшего ранга, и все равно Парам Гурудев так переживал, но если я уйду, что там, что-то с вами случится, я не знаю. So where there's a lokik sadbandhu bhat sambandha, like a family love between the guru and the disciples, there, the time comes aprakatila, then the viraha is extremely intense. И когда вот есть эта локик садбанда ватсамбанда, вот эта такая родственная близость между учеником и гурудевом, то когда наступает момент разлуки, то вираха, конечно, величайшая приходит.
So very few persons had that type of relationship with Srila Prabhupada. But I know that my Srila Gurudev, he had that very intimate and close family relationship with Srila Prabhupada. They used to sit together on the same chair, used to cook together and laugh and joke with each other. Был таким близким, близким другом Шрилы Прабхупады. Они вместе сидели на одной асане, вместе готовили, переговаривались радостно, обсуждали все, делились всем. So when I went to Bhaktivedanta Manor, Srila Prabhupada in his room where he used to write. И когда я отправился в Bhaktivedanta Manor, в комнату, в кабинет Шрилы Прабхупады, где он писал, I have heard, I went there with my Gurudev. Я посетил Bhaktivedanta Manor вместе с Гурудевом. And something happened that reminded me. И что-то произошло, что напомнило мне о чем-то. My Gurudev used to say, when he went to Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur Samadhi with his Gurudev, then when his Gurudev would speak and first give pranam, Nithilila, Vrishtom, Vishnupada, Shodas, and that he could not even say the word Prabhupada. He said Prabhu. And then his voice would choke and he could not even speak in separation. Наш Гурудев рассказывал, что когда Парам Гурудев Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж брал с собой парикрам учеников к самадхи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, своего Гурудева, и он начинал что-то говорить, начинал мангалачарану, и потом начинал произносить имя своего Гурудева, он даже не мог его проговорить на слове Прабхупад, он начинал просто, его голос дрожал, он уже полностью не мог ничего дальше сказать. So I saw the same, exactly the same leader in my Gurudev. He sat down at Srila Prabhupada's writing table and just looked at him. And he said, I give my pranam. And he does not say Prabhupada, but for him is Swami Maharaj. And then he just could not speak and tears were pouring down his face. И я стал свидетелем такой же лилы уже в контексте моего Гурудева Шрилы Прабхупады, когда Гурудева сел в комнате в кабинете Шрилы Прабхупады перед Мурти Шрилы Прабхупады и хотел прославить Шрилу Прабхупаду, и Гурудева не называл его Шрилы Прабхупады, а его называл Свами Махарадж. И он пытался заговорить, и голос Гурудева задрожал, и слезы просто ручьями полились у него из глаз. They are friends. Они друзья. 1946 I'm going to go to the West. И Прабхупада ему рассказал, ты знаешь, я уеду на Запад. What will you eat? Because he was thinking that people only eat meat. Так как никто ничего не знал про Запад, и Гурудева испуганно сказал, а что ты так можешь? Все вы не были уверены, что за пределами Индии все только мясом исключительно питается, и Гурудев перепугался за Шрилу Прабхупаду, сказал, что ж ты кушать там будешь? Шрила Прабхупада said to him, I will open a hostel. Прабхупада сказал, я открою хостель, общежитие. And I will invite young people to stay with me. И буду приглашать студентов жить со мной там. And if I have to, I will cook meat for them myself. Я готов даже пойти на такой крайний шаг, чтобы готовить мясо для них. Сам буду готовить. If they chant Hare Krishna. Если они мне пообещают повторять Хари Кришна. Гурудев said he was stunned. Гурудев был в шоке от услышанного. Be so broad-minded and so determined and so much Shraddha in Naam and Gurudev and Mahaprabhu to do such things which are apparently very transgressive. Gurudev просто поразил вот этот размах Шраддхи Шрилы Прабхупады в святое имя, в миссии читания Махапрабху, в необходимость проповеди другим, что он был готов на такой экстремальный шаг. And words of Ritchie, I'll go to the West and I'll preach Krishna. He actually went and did it. Словами легко бросаться, люди часто что-то рассказывают друг другу, что они сделают, но Прабхупада взял и отправился на Запад. And now my Gurudev was 80 years old. Гурудев было уже 80 лет.
had sitting in a big mansion that was the house of George Harrison before, seeing all the temples, seeing the Prabhupada's open all over the world. Неужели Гурудева увидел все эти удивительные храмы, которые Шрила Прабхупада открыл по всему миру, основал? Sitting at the feet of his friend and crying. И сидя у стоп своего друга, Гурудева просто рыдал, как ребенок. Logic said Пандупатсамба. Потому что вот это чувство Logic said Пандупатсамба. The Vaibhava of Шрила Прабхупада manifested. Vaibhava Шрила Прабхупада проявилась. Just like Srila Vishwanatha Thakur gives an example. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur приводит пример. Mother Yashoda thinks Krishna is my baby. Mama Yashoda считает Кришну своим малышом. And then, but after some time, Krishna went to Mathura. Но позже Кришна отправился в Мадхуру. There Krishna is manifesting his Vaibhava. Killing Kamsa Maharaja. И там Кришна явил своего Vaibhava. Showing full-on form, chakra. Иногда он показывает чакру, четыре руки, он убил Камсу. Buddha came to Vrindavan. Uddhava приехал во Вриндаван. And told Nanda Yashoda, Krishna is the supreme personality of Godhead. И Uddhava сказал Нанде Яшоде, что Кришна — это верховная личность Господа. And Mother Yashoda is crying. Mama and feels so proud. Mama Yashoda плачет. My son is Bhagavan. Кормчай своим сыном, говорит, мой сынок Господь. She's not thinking, he's not my son, he's Bhagavan. She's so proud. My son is... Everyone is telling it's Bhagavan. Гордясь Кришна, она так разрыдалась от гордости, что она не думает, что ой, это не мой сын, это оказывается Бог. Она думает, мой сынок, оказывается, стал Богом. И как это замечательно. So this is the difference. Вот это разница. It's one thing to say, oh, my guru is Jagat Guru. Одно дело провозглашать громко, мой гуру, он Jagat Guru. But it's another thing, oh, my friend. He's a jagat guru. Это другое сознание, когда вы мой лучший друг, он jagat guru. That is pure love is fine. Совсем другие эмоции, ощущения, такая сильная, чистая любовь. One time, some disciples of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur were having a philosophical discussion. Однажды некоторые ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура вступили в философские дебаты. And my Gurudev was there, he said, may I say something? Gurudev присутствовал при этом в споре, и он попросил разрешения вмешаться и сказать, что он будет сказать. The opinion of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur on one topic. То есть они обсуждали мнение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура по поводу одной татвы. So then, Srila Gurudev, he humbly corrected them all and gave the correct conclusion of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura. И мой Гурудев тогда очень вежливо, но стойко он изложил истинную позицию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, его мнение по поводу этой татвы. То есть откорректировал мнение, понимание всех присутствующих старших вайшнавов. They became upset with him. И они тут же разгневались на него. What do you know? You never even saw Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura. Выскочка, что ты возомнил себе, потому что ты никогда Бхактисиддханту Сарасвати Такура вообще не встречал в жизни. Gurudev was very bold. Gurudev был очень таким храбрым. He said, you may have seen with your eyes, but I have seen with my ears. Он ответил, может, вы его глазами видели, а я его видел ушами. And seeing with the ears is superior than seeing with the eyes. Видеть ушами превосходит видеть глазами. Then they became more furious. Их еще больше завело. And they said, we'll tell your guru. Они сказали, хорошо, мы сейчас пойдем к твоему гуру, пожалуйста. Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj to complain about him. Они пошли уже целая делегация жаловаться Парам Гурудева на Гурудева Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа. Парам Гурудев said he is correct. Парам Гурудев сказал, он прав. What you were saying was wrong. But he has said the Vichardhara, the current of the conception of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur correctly, because he has seen through the ears by listening from me. Он сказал, он абсолютно прав, вы были неправы по поводу того, что вы говорили, так как он слушал мою катху, и я ему рассказывал Вичардару, моего Гурудева, и он все правильно понял. So, in this way, Param Gurudev was very affectionate to our Gurudev, protected him. Param Gurudev защитил Гурудева от всех нападок, и он любил его очень сильно. So, I have never seen Srila Prabhupada, what can I tell?
Я никогда Шрилу Прабхупаду лично не встречал, что могу рассказать о нем. And for many years I heard many things about Шрилу Прабхупаду. Ну, и, конечно, многое слышал о Шриле Прабхупаде. And I saw that Шрила Прабхупада is great. Слышал о том, что Шрила Прабхупада это великая личность. Like a mountain. Он как огромная гора. But my Gurudev said. Но мой Гурудева сказал. Everyone can see the mountain above the ground, but they cannot understand how big the mountain is underneath the ground. И Гурудева говорил, что все могут оценить масштабы горы, возвышающиеся над землей, но никто не может узреть вглубь под гору, увидеть, какая у нее глубина там идет. For many years I had heard many things about how Prabhupada is like a mountain. He preached everywhere and opened so many temples and distributed so many books. Поэтому много лет я слышал много прославлений, сравнивающих как величие Шрилы Прабхупады, как вот с этой внешним проявлением, с горой, то, что как он распространил такой гроб, построил огромную миссию, распространил столько книг, создал столько храмов. But when I came to my Gurudev, and began to hear from him, стал служить моему Гурудеву и слушать его катху, then I began to feel that Шрила Прабхупада is like my family member. То я стал по-другому воспринимать Шрилу Прабхупаду. By hearing from Шрила Гурудев. Благодаря вот этой слушанию Шрилы Гурудева я стал воспринимать Шрилу Прабхупаду совсем по-иному. Он стал для меня очень близким, как родственником, как частью моей семьи. When Srila Prabhupada was staying in Keshavji Gaudiya Math before he took sannyas. Когда Шрила Прабхупада жил в Кешавджи Гаудия Мат, еще до того, как он получил сannyas, he used to keep some sweets always in his pocket. Он всегда в карманах держал сладости. So if any children came in, he would give them a sweet. And that was his trick, because then they would start coming every day. Как только он видел ребенка в храме, он тоже... And he kept and have darshana of Krishna association of Vaishnavas. And he was always thinking how to preach exactly according to the mentality of every individual. Зная, что дай ребенку один раз конфетку, завтра он придет снова, и он понимал, что это джива, которая попадет в храм опять, услышит катху, увидит вайшнавов, получит даршан Господа. And Srila Gurudev, he used to say that the great glory of Srila Prabhupada is that he is the Dasa Yashi Mati. И наш Гурудева говорил, что величие, истинное величие Шрилы Прабхупады заключается в том, что он Даси Шримати Радхике. And in that form, in the morning time, she is decorating Radhika. И в этой форме она утром ухаживает за Радикой, украшает ее. And taking Radhika's necklace. Берет ожерелье Радики. With the shaman takamani. С шаман такамани. Then she's placing it around Radhika's neck and saying, "Oh, he is the friend of Kaustubha Mani. I hope that she can dance together with Kaustubha Mani." И говорит, вот, знаете, подружку Kaustubha Mani, надеюсь, они вместе с Kaustubha Mani сегодня потанцуют. This is the glory of Srila Prabhupada. Because we are not Jadudasi. We are not indifferent to the worldly considerations. We may think that this is not something great, but this is so highest glory. Потому что мы не являемся Джадудаси, мы не относимся с безразличием к всему внешнему в этом мире, поэтому мы можем недооценить вот эту славу, вот это положение трансцендентной Шрилы Прабхупады. Брама, Шива, Нарад, the four Kumars, Бхишма Дев, all the Mahajans, they cannot decorate Radhika with Shama Takamani. Никто из махаджанов не смеет приблизиться. All these personalities in every canto of the Srimad Bhagavatam. Все эти удивительные люди. Ни Шива, ни Брама, ни четверо кумаров, никто, ни новый гендер, никто не смеет приблизиться к Радике, что уже говорит о том, что одели на нее ожерелье. Это вообще запредельно для них. So Srila Gurudev said that in the last moment of his pastimes in this world. Шрила Гурудева рассказывал, что последние мгновения своих лил в этом мире. Then Srila Prabhupada asked me to sing Shri Rupa Manjari Pada. Шрила Прабхупада попросил вас петь Shri Rupa Manjari Pada. Param Pujapad Srila Bhakti Rakshak Shri Radhe Goswami
was requested by Bhaktisiddhanta Saraswati to sing this in his last moment. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur попросил Пуджабада Бхакти Ракшак Шридара Махараджа спеть Шри Рупа Манджари Пада для него, когда он уже готовился уйти из этого мира. My Gurudev sang this in the last moments for our Param Gurudev. Мой Гурудев спел этот бхаджан для Парам Гурудева. And now Srila Prabhupada was asking Srila Gurudev to sing the song for him. И Шрила Прабхупада попросил Гурудева спеть Шри Рупа Манджари Пада. Gurudev said, I feel that it was the great mercy of Srila Prabhupada upon me that in those moments I could present the Udipana to his study bath. To inflame his taibhav in his final moments, that was seva. Someone can say, oh, I have served Srila Prabhupada. But Gurudev is saying, Prabhupada mercifully bestowed upon me this divine, aprakrita, supernatural seva to present to Udipana, inflame his brain in the last moment by singing the glories of the lotus feet of Rupa Manjari. Гурудева потом вспоминал, он сказал, я считал вот эту возможность этого служения для Шрилы Прабхупады, его удивительной милостью ко мне, его трансцендентной милостью, что я мог спеть это и как создать эту удипану для его премы, эти последние мгновения его пребывания тут, что он дал мне эту возможность таким образом послужить. And also, make his tilak. И нанести я мог его тилак. And write a Gopi Bhava mantra on his chest. И написать Гопи Бхава мантру на его груди. Srila Gurudev said, these are all the udipanas, the inflamements of the brain for Radha and Krishna, especially to Radhika. Служение такое особое, потому что это все удипаны для того, чтобы разжечь посильнее прему любовь, особенности к Радике. So in those last moments, Srila Gurudev inflamed the prem of Srila Prabhupada, and that fire of Srila Prabhupada's brain also inflamed him. То есть вот это было как взаимный обмен вот этим вот этими удипанами. То есть Гурудева смог сделать севу для Шрилы Прабхупады и разжечь его прему. И в ответ он почувствовал. It was not only a ceremony, a ritual. It was the transmission of the Kripa Shakti of the Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, the mercy of the Radha and Krishna coming to Srila Gurudev, and by that mercy then he also preached all over the world, and the whole Srila Prabhupada's movement was going very much in Aishwarya, Aishwarya mood, but by the power of the bhakti of my Gurudev, then it swung around again and became all sweet and with focus on Radha and Krishna. То есть вот эти последние мгновения, которые Шрила Гурудева провел со Шрилой Прабхупадой, это был какой-то особый контакт. То есть он дал ему удипану, Шрила Прабхупада в ответ дал ему удипану, и они как-то как пересечение произошло их пересечение в потоке Сварупа Шакти, и после этого миссия Шрилы Гурудева тоже стала разрастаться, вот это зарядившись крипой. И Шрилы Прабхупады, Чайтанья Махапрабху, и стал развиваться по всему миру. Directly or indirectly? Directly and indirectly. I kind of got stalled when you said that Gurudeva's mission started growing. Srila Prabhupada's mission was going towards После ухода Шрилы Прабхупады, миссия Шрилы Прабхупады стала развиваться в направлении чрезмерно доминирующей Айшварии. Get the blessings on the head by the big silver cup. То есть серебряную чашку стали прикладывать. Big silk colored robes. То есть влияние из... This is all from South India, Ramanuja Sampradaya, Aishwarya things. Шри Сампрадая, все вот эти шелковые ленточки на шее, все эти колпаки серебряные там прикладывали. То есть они стали гравитировать в сторону So, as Srila Prabhupada requested, many of the leaders, very quietly, they used to come and see Gurudev, and he inspired them in Braj Bhakti. И так как перед уходом Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, что они должны следовать за Шрилой Нараяном Махараджем, то старшие верхушка, они тихонько приходили, слушали Шрилу Гурудева и вдохновлялись Бхакти, слушая сладкую харикатху Браджа Лилы. And he was inspiring Shamari to paint beautiful paintings of Braj Lila, so beautiful, such paintings had never been seen before. So even those who are
against the Gurudev, then they said, oh, we also have to do paintings like that. They started to do these paintings all over the temples, everywhere as well. So either directly by those who were supporting him, or those who were even against him, to compete. But somehow or other, he fulfilled Srila Prabhupada's request of him to help all the devotees get closer and closer to the Prajapati. То есть, так как Шрила Прабхупада просил Гурудева стать своим преемником, помочь его ученикам развиваться дальше в сознании Кришны, наполнить их сердца настроением в Раджа, и Гурудева сделал это или напрямую, или даже косвенно, то есть он давал наставление и Катху, старшим представителям Искона, он также вдохновил Шамарани Диди написать эти удивительные трансцендентные картины, прежде невидимые, недоступные никому. И тут стало таким каким-то новинкой, что все, даже кто не особо выражал поддержку нашему Гурудеву, просто тоже захотели иметь подобные картины, как иллюстрации в своих книгах или в храмах. И тоже вот это настроение в Раджа стало заразительным для всех. Поэтому или напрямую, или косвенно Гурудеву сильно повлиял на траекторию развития миссии Шрилы Прабхупады в соответствии с тем, чего хотел сам Шрила Прабхупада. So Srila Gurudev saw Srila Prabhupada so perfectly in the Sadhu group and in Siddha group also. И наш Гурудев служил идеальным образом Шриле Прабхупаде в Sadhu group и в Siddha group. Gurudev said that the in Gurvastakam, the first four verses describe aspects of Gurudev that you can see. Gurudev объяснял, что в Курваштике первые четыре стиха описывают аспекты Гурудева, которые видимы для глаз. How Gurudev is in ecstasy doing kirtan at Mahaprabhu. Как Гурудева в экстазе поет киртан Махапрабху. How Gurudev is engaging everyone in serving Thakurji. Как Гурудева задействует всех в служении Thakurji. How Gurudev is arranging for everyone to taste very delicious Mahaprasada. Как Гурудева организовывает для всех вкусный Махапрасад. Four verses done. But now, Pratikshana swadana lola pasya bande guru sitara siradika madhavayura para madhurya lila guru upanaka. How Gurudev is at every moment greedy to relish the sweetness of the unlimited pastimes of Radha and Madhava. This cannot be seen with the material eyes. Глядеть сладкие лилы Радхи Мадхав, это уже невозможно за этим наблюдать и как-то это заметить. Никунджа юно радхикали сиддхая я либею керапакшанья. How Gurudev is very expert at assisting the Sakis, making very tasteful arrangements for the meetings of Radha and Krishna in the Kunjas of Vrindavan. Как Гурудев мастерски помогает всем Саки организовать все необходимое для встречи Радхи и Кришны в Кунджах Вриндавана. Many persons, even gurus, his disciples were saying, Srila Prabhupada is in Sakya Rasa, and the Sakas are also making arrangements, assisting the Sakis for the meeting of Radha and Krishna. So this verse also applies to Srila Prabhupada, who is a Sakha. Многие старшие ученики Шрилы Прабхупады, его последователи, они считали, что Шрила Прабхупада в Сакья Расе, и даже оправдывали вот этот стих из Гурваштики, что пастушки тоже участвуют в подготовке необходимого всего для Радхи и Кришны в Кунджах, и вот он в такой роли пастушка это делает. So one prominent guru wrote to Srila Narayan Maharaj and say in the letter that I have realized that Srila Prabhupada is a Priyanamasaka. И один очень известный гуру как раз написал письмо моему гуру Деву Шри Нарайане Махараджу, сказал, я осознал в откровении, что Шрила Прабхупада, он пастушок. Шрила Гурудев wrote back to him very beautiful letter. Гурудев написал ему красивый ответ. He said, in Jaiva Dharma, Vijay Kumar and Brajanath both have the same guru, but Vijay Kumar sees his guru in Madhurya Ras and Brajanath sees his guru as a Sakha in Sakya. So you can see Srila Prabhupada like that, no harm. But don't try to change my opinion. So, it's true that the Priyanamasakas, each one of the Priyanamasakas has a Yudeshwar
Это правда, что у каждого приянарма сакхи пастушка есть какая-то главная ютешвари. Subal is dedicated to Radhika. Subal помогает всегда Радхике. So Krishna's meeting with Radhika, but other sakhas they're dedicated to Shyamala, to Bhadra, Chandravali, like this. So they'll arrange meetings with Krishna with those ютешвари. То есть у каждого приянарма сакха есть определенная ютешвари, которой он содействует в организации встреч с Кришной. But please. No sakhar is gonna say Sri Rupa Manjari Pada Sri Mora Sambhara The lotus feet of Rupamanjari are my treasure. They are the purpose of all my bhajan and all my puja. They are the treasure of my pran. Они сокровища мои праны. They are my only ornament. Это мое единственное украшение. They are the life of my life. Они жизнь моей жизни. So this is the mountain underneath the ground. И вот это как раз глубина этой горы. So only the Mahabharata devotees can know how great the mountain is. То есть недра этой горы могут познать лишь другие Махабхагават Вайшнавы. And those who will hear. И те, кто будут слушать их вечардару, то есть те тоже смогут услышать через уши. На этом я завершаю свою шрада пушпанджали по отношению лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Благоволить мне, давать мне покровительство и позволит мне быть слугой, слуги моего лотосных стоп. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Say a little explanation of the word Mahotsava.
Я объяснил, что такое вера вираха, но хотел бы еще объяснить, что такое махорцева. Утса вагамитсфестиву, и знать, что тебе же утса, great enthusiasm. Утса фестиваль тоже дает утсаха вам энтузиазм. So Mahotsava, a great festival, gives you Maha Utsaha. Mahotsava дает вам великую дозу Utsahi. So when Srila Haridas Thakur disappeared from this world, после того, как Шрила Харидас Такур ушел из этого мира, когда он ушел из этого мира, all the devotees felt such separation and they all weeping. Все преданные рыдали в разлуке с ним. And after the Samadhi ceremony, they went to take bath in the ocean. Все чувствовали себя одинокими, брошенными, и после того, как они почтили, совершили самадхи и церемонию, все пошли принять омовение в океане. But Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pai described how when they were in the ocean, they all began to splash water on each other and they were laughing. Is this inappropriate behavior? Can you imagine you go to a funeral, everyone's dressed in black? But at the disappearance festival of Haridas Thakur, all the devotees were laughing and splashing. Это все сочтут каким-то варварством и кощунством такое поведение, но вдруг в день ухода Харидас Такура все преданные начинают вот так себя вести в океане. Because viraha means viraha. Потому что вираха означает вираха. Ви means вишеш, intense or special. Ви означает особый, интенсивный, вишеш. Раха means confidential meeting. А раха это тайная встреча. When the devotees they feel вираха, separation, then internally, slowly, slowly, they say, ха-ха! Харидас Такур is alive and well, he's in my heart, he's smiling, he's embracing me, he's blessing me. Чувство разлуки, в котором погружен преданный, приводит его вдруг к встрече, внутреннему видению объекта своей любви, с которым он испытывает разлуку, и преданные вдруг увидели, Харидас Такур тут со мной, и он все с ним хорошо. And they realize, Vaishnava never dies. И вот это ощущение, что Вайшнав не умирает, our dear Vaishnavas, they are always with us. Озарило их, они почувствовали радость детскую такую, что наши Вайшнавы, чистые Вайшнавы всегда they're с нами. Always ready to bless us, to inspire us, to instruct us. Они всегда рядом, наготове благословить нас, поддержать нас, only we have утешить нас. Connected through hearing, chanting, remembering and serving. Но просто мы их не слышим, не связаем, потому что нужно подключиться к этому каналу связи через уши, нужно слушать их, почитать их. So just as the associates of Mahabhu became full of joy, Maha Utsaha, realizing the presence of Srila Haridas Thakur, oh, he's with us. Before there was one Haridas Thakur, and we had to go to see him, but now we see he's in the heart of all of us and with us forever. И подобно тому, как преданные читания Махапрабху и Господники ощутили присутствие Харидаса Такура в их сердцах, каждый видел его в своем сердце, они подумали, раньше он у нас был один, к нему надо было ходить, навещать его, чтобы увидеть, а теперь он с каждым из нас одновременно. So the success of Vira Mahotsava, of Separation Festival, is that Srila Prabhupada, smiling very happily and very inspired, appears in the heart of all the devotees who are celebrating and stays with us forever. И вот успешный Вираха Махотсав должен привести к тому, что улыбающийся Шрила Прабхупада оказался в сердце каждого из нас и навсегда там оставался с нами. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Thank you.
Bhakti Vedanta Vamana Goswamiraja Jai 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 Prashtam Vishnubhara Jastora Sat Shishi Mad Gorgovinda Goswamiraja Jai 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 Prashtam Om Vishnubhara Jastora Sat Shishi Mad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jai Jai Tira Bhakti Di Mahomo Saki Jai 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 Prashtam Om Vishnubhara Jastora Sat Shishi Mad Bhakti Pragyam Keshu Goswami Maharaj Jai 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 Sila Bhakti Shtan Sutakur Jagat Guru Shri Prabhupada Jai Jai Vanchakalpa Jumrascha Vasandubeva Cha Manitanam Vasandubeva Cha